Привет, привет, привет! Добро пожаловать в видео по новому апдейту Ring of Pain. Один из самых-самых моих любимых рогаликов. Только что, буквально вчера, получил огромное обновление. Там 80 новых предметов, куча новых врагов, полная переработка баланса, короче, полная жесть. Так что это огромное трехчасовое видео, где мы на стриме играли много-много забегов. Пробовали, тестировали новые билды, новые комбо. В общем, тут чего только не будет в этом видео. Это будет жесть. 3 часа. Я знаю, что видео слишком большое, но а что делать? Как по-другому такой огромный апдейт посмотреть? Так что мы это играли на стриме. И не забывайте по ссылке внизу в описании. Заходите к нам на стрим, чтобы смотреть это все в онлайне. Передавайте привет мне на стриме там в чате, буду рад вас видеть. И в Дискорд к нам тоже по ссылке внизу в описании залетайте. Ну что, приятного просмотра, большого апдейта и поехали. Первое, что я сделаю, это зайду в ачивки. Где у нас ачивки? Коллекция, достижения. И мы проверим достижения, потому что достижения я здесь делал. Так, умереть 250 раз, так и не пройдено достижение. Профессионалы проходят no kill, раны. Убейте 10 существ за один ход. Ага, хорошая ачивка, 10 существ за один ход. Это, кстати, достаточно легко. Я в старом Ring of Pain было легко сделать. Что с этой обновой будет, я не знаю. Может быть, в этой обнове будет тяжелее? Потому что баланс тоже поменяли. Баланс очень сильно изменен. В частности, из того, что я так одним глазом увидел, убрали урон светом и заменили его на какое-то окаменение. Что я без понятия, что делает. Поэтому разберемся. Так, какие еще ачивки? Добейтесь возможности нанести 20 единиц отравления самостоятельно. Ничего не понимаю. Сглазьте лягушку. Бедная лягушка. Так, ну и... Ох, тут... О, сколько ачивок. Завершите партию, не используя редкие эпические предметы. Завершите партию, не используя эпические легендарные предметы. Завершите партию, используя не более 4 предметов. Завершите партию, не заменяя используемые предметы. Завершите партию, не прибегая к повторному выбору предметов. А-а-а! Эти ачивки так хороши. Они будут адски сложные. Окей, я в предвкушении. Я готов. Эти ачивки выглядят как ад на земле. И я очень хочу их проходить. Еще какие-то 2 неизвестные ачивки. Ну, погнали. Так, свечи. Так, 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 так. Свечи тоже поменяли. Фонарик быка тот же, что был и остался. Так, это перевернутая свеча, это которая с ложкой. Свеча не замет... Нет метности, двойная свеча. Двойная свеча дает выбор начального предмета. И сложности. И типа, появился еще средний уровень сложности. И сложный режим. Мы, конечно, пойдем на сложном режиме. Двойную свечу поменяли, она теперь дает дополнительный предмет в начале игры. Окей? Okay? Погнали, новый забег, посмотрим. Ачивки я посмотрел, но пока заморачиваться не будем. Сейчас задача, новые предметы, новый баланс посмотреть. И дойти до боссов, посмотреть, поменялось ли что-то в финальных битвах. Берем двойную свечу, идем на сложный режим, поехали. Выбираем начальный предмет. Сандали, может что-то другое? Книжка на яд, окей. А любой я выбираю? Конечно, книжка на яд хорошая. Стоп. Я могу взять эту? Я могу выбрать? Я что, могу свинцом начать? Ау, я могу взять себе венец. Ну, венец как стартовый предмет имбища, да? Ну, не буду, я крикну рандом и возьму рандомный предмет. Ну, конечно, венец в начале игры брать, это звучит как отличная вечеринка. Ты просто первые 2-3 комнаты автоматически зачищаешь. Эта свеча, похоже, что очень сильна будет. Она будет очень сильный старт теперь давать. Раньше она давала чуть-чуть этого... Раньше она давала чуть-чуть доджа,
Но теперь она стала очень сильная. То есть свечи прямо сильно отличаются. Окей, смотрим, что у нас вначале поменялось. Блин, давно я играл. Я вот сейчас так и не вспомню, какие статы были у врагов. Поэтому могу немножко тупить по поводу статов. Собака пробивала на 5 или нет? Хороший вопрос, да? На миллион долларов. Окей, я вижу слева подрывника. Мы хотим его использовать, чтобы взорвать пёселя. Бедный пёсель. О. Кому же легко. Окей, у нас есть предмет, у нас здесь есть мышь. Перед тем, как бить мышь, мы хотим посмотреть, кто здесь. Здесь подрывник, хорошо, и хорошая инфа. И открыть первый сундук. Окей, мы смотрим новые предметы. Я в предвкушении новых предметов. Мистер Ай, привет. Я чувствую запах Ring of Pain. Давай, капитан, зажги кольцо. Здорово, здорово, здорово. Сейчас будем зажигать кольцо. Я очень хочу... Так, ну чего думаете, ролить или брать пока что что-то хорошее? Прорицание очень сильная штука. Оно супер сильное. Открывает все карты, чисто за счет разведданных. Я думаю, пикнуть прорицание, один из самых сильных обычных предметов, это хорошая идея. Чисто для старта. А там разберемся потом. Ну и как бы два наития никогда не помешает. Окей, что я еще хочу сделать? Там предмет тоже на шару лежит. Подрывника хотелось бы взорвать. Я использую барьер для того, чтобы взорвать здесь подрывника. Это души. И они как бы на дороге не валяются. Плюс здесь стат. Атака. Варлок, ты играешь 60 секунд. Какие ощущения от новой версии? Кардинально отличается? Ой, да, конечно, ничего общего. Сейчас разберемся. Хоть новые предметы надо найти, посмотреть. Нам обещали 80 новых предметов. Вот ищем. Вот теперь буду ролить. Искать. Оп, первый новый предмет пошел. Маска. Невесомость. Дает 2 наития. Скорость предмета равна 10 минус количество используемых предметов. Так. Что? 10 минус количество используемых предметов. Чем меньше у тебя предметов, тем больше у тебя скорость. Красивая маска, да. Согласен. Ого, скорость 12. Окей, но эта маска, это теперь идеальная комбо для этого... Для... Как он называется? Для венца. Потому что... Ну да. Ты берешь... Раз, два, три. Еще один предмет. Маска будет давать 5 скорости с венцом. Она красивая. В итоге у нас сейчас 6 скорости, 2 наития. То есть мы делаем автокиллы всех... мышей. И выходим с полным здоровьем. Да, это именно для венца предмет, такое впечатление. Камеру точно я забыл. Да-да-да, сейчас мы в бой... Ой, ледоруб. Берем. Ледоруб хорош. Так, сейчас камеру переместим. Спасибо большое, Лолечка, за... на меня. Кто, что это? Я сейчас камеру перемещу. Мы обычно вот здесь жили, да? Окей. Свеча тоже предмет? А, да, свеча тоже предмет. Окей, так, ты кто? Мрачный угорь. Мрачный. Угорь недоволен своей ситуацией жизненной. Йорш. Так, дает 2 души. Атака 3, поражающий урон 5. Вау. Сильно бьет. Но у него нет защиты вообще. То есть он как стеклянная пушка. 8 скорости. Очень опасная штука. То есть сравнить... Если его, например, этого мрачного угря сравнить с вот этой штуковиной, он не намного слабее. Только что у него защиты нету, поэтому его шотнуть легко. Но урона он наносит почти столько же. Так-то 3 плюс 5, 8 урона. Здесь 9 плюс 3, но этот типа... Это типа мини-босс, что ли, в начале игры. Это не ДПС-чек, это скорость-чек. Угорь, он как бы тебя на скорость проверяет.
Скорость больше 8 нужна. Иначе он будет очень неприятный. Жесть. Так, у меня подрывник справа, а подрывник слева. По-моему, мне здесь нельзя открывать сундук. Я открываю сундук, я между двумя подрывниками. Я ухожу налево. В принципе, наверное, норм будет, кстати. Драгоценность. Еще 4 скорости. Я могу 15 скорости сделать. С этой маской нужно ли мне так много скорости? Не знаю. Я попробую поискать новые предметы. Новые штаны. О. Набор предметов небесной силы. Я до сих пор не разбираюсь в этих наборах. Так, огненный танец. Взрывной урон 3x существам при использовании не более 4 предметов. Что? Взрывной урон 3x существам при использовании... Я не понимаю, что здесь написано. Не знаю, что это значит. Но я понимаю, что при использовании не более 4 предметов... Это тоже, кстати, типа к билду на венец. Но... Да? Билд на подрывников какой-то, не знаю. Ну, нам это не подходит. Я рульну еще раз. Окей, я рульну еще раз. Надо было брать что-нибудь. Нет. Окей, меня развели. Стеклянный щит как был трэш, так и остался. Все понятно. Еще раз надо ролить. О, кадило. 2 скорость, минус 4 наития. Окей, кадило. Как мы и думали. Кадило. Вредно для наития. А, вы думаете, те штаны увеличивают урон, который подрывники наносят? А в чем смысл? Чтобы подрывниками выносить врагов? Может быть. Так, кадила. Это в щит пойдет. Незаметность. Плюс 10% за каждую пустую ячейку инвентаря. Можно достичь 100%. Ого, у меня будет 90 незаметность. Ну, что так? А, 97. Мы, наверное, задоджим, да? Я потерял 4 наития, что очень плохо, но... С другой стороны, у меня 97 незаметность. Что... Да? Это много. Это вся незаметность. И здесь изи-киллы, потому что скорости много. Декантер. Типа какая-то алхимическая колба. Банка. Гарантирует устойчивость к проклятиям. 3 использования. Насколько это сильная банка? Это новая банка. Надо ее пикнуть, да? Устойчивость к проклятиям. Устойчивость к проклятиям может быть полезна в передышке, если там проклятые статы. Но мы пойдем в непостоянство. И... Я не знаю. У нас сильный билд так-то. Ой, там что-то страшное справа. Пойдем смотреть, что там. Так, если я делаю шаг налево, я взрываюсь, да? Да. У меня 97% невидимость. По моим расчетам, мы не должны взорваться ни разу. Мы делаем так. Теперь, если я делаю додж налево, я взрываюсь больно. Движение тени. Если я атакую здесь, то подрывник взорвет того чувака слева. Какого-то нового. Кто такой? О, господи, что это? Молотильный холм. Окей. Молотильный холм. Две души дает.
Размазня. 6 урона без пробивающего. 4 блока, 5 скорость. Ну, он такой. 4 блока это нормальный блок. Он полутанк, да? Ладно. Так, у меня устойчивость к проклятиям. То есть я гарантированно здесь получу хилку. Значит, я могу здесь взорвать подрывника, например. Использовать хилку проклятую. Гарантированно похилиться с нее. И то же самое здесь. Но, правда, из-за отсутствия наития мне эти хилки как-то не холодно, не жарко. Этих чуваков затыкивать очень-очень неприятно будет. У нас защиты нету. Что-то у нас не все так уж радужно, ребят. Что-то как-то... Как-то не очень. Я это кадило взял для прикола, но... Минус 4 наития, блин. При задумывании действий или атаки не видно шансы. Проклятие, изменение ХП. Передвинуть камеру. Так, окей. Камера еще переезжает. Вот здесь, по-моему, все-таки вот здесь у нас камера была. И здесь она ничего не закрывает, да? Мы не в правом углу сидели, мы вот здесь сидели. Да. Окей, знаете, что мы можем сделать из полезного? Можем взорвать вот того чувака. Во-первых, свиток использовать. Так. Могу сделать вот так, получу 2 килла, как бы. Если оно нам надо. Зачем нужно найти и вообще что происходит? Ой, хороший вопрос. Зачем нужно найти и что происходит? Это надо смотреть. Ну, как бы, если вы раньше Ring of Pain не смотрели, то устраивайтесь поудобнее, разберетесь по ходу дела. Хорошая игрушка, один из лучших рогаликов. Да, там дальше станет ясно. Знаете что, я взрываю его. Нам нужны и души, потому что мне тупо нужно... Ну, этого я не затыкаю. Теперь мне нужно открывать сундуки, поэтому я сделал взрыв, просто чтобы пробафнуться. Теперь нужно спасаться. Окей, подрывник здесь. Там я вижу укуря. Слева еще один подрывник. Слизь, статы проклятые. Проклятые статы, это для нас, кстати, очень хорошо. Если я здесь доджу налево... Теперь доджу направо. И еще раз направо. Так, теперь сделать здесь килл. У меня все еще 87% шанс доджа. Так, додж. Так, изи додж. Медвежий капкан взять. Проклятые статы взять, которые не проклятые. Мне нужна здесь, мне нужна защита. Это что за покемон? Ядоулей. 7 яда! Окей. Вау. Мы нашли новых подрывников. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вариация подрывника, да. Самая опасная. Ты этих чуваков никак лицом не затанчишь. Они бессмертны, если у тебя нет. То есть я не могу вот так сделать. То есть старых взрывных подрывников есть, было много способов убить. Здесь только заморозка. Кроме заморозки ты ничего не сделаешь. Его нельзя атаковать. И шипы становятся еще хуже. Мой любимый билд на шипах. Он теперь вообще ужасен. Если эти штуки раскиданы по всей карте, да, будут проблемы. Но у нас сейчас шипов нету. То есть так-то все не так плохо. И... Все могло быть намного хуже, но... Так, окей, что у нас еще интересного есть? Тиски, новые штаны. Штанов столько нашли. Типа, смотрим на дизайн. Типа такие кожаные штаны. Здесь такой большой широкий пояс. Но низ штанов сделан из камня. Типа...
Похоже, что низ ног у тебя будет зажат в тиски. Два защиты дают. Окаменение плюс 3 при атаке, если игрок атакует вторым. Окаменение снижает максимальное здоровье. Я без понятия, что это значит. Но 3 скорости мы можем отдать. Окаменение. Но тут никак не поможет, да? Идем в перекресток. А, кстати, пика стала хуже. Теперь пика будет хуже, потому что эти подрывники есть. Фонтан жизни — это хилка. Безрассудство — это страшно. У меня есть медвежий капкан для безрассудства. Дело в том, что новые подрывники ядом бьют. Вот в чем проблема. Вот почему пика намного хуже теперь. Окей, у нас есть двое. Есть двое охотников. Один справа, один слева. Что там за свиток лежит? Какой там свиток? По-моему, это свиток атаки душами. 3 охотника, 1 на 36 здоровья слева. Окей, нам нужно отсюда валить. Тебе надо забирать предмет справа и бежать. 4 статы плюс 4. Что нам нужно? Нам нужно наитие сейчас. Я убью себя по статам, нам нужно это наитие, если мы хотим жить. Из преимуществ 63% додж. Мне нельзя здесь использовать свиток. Мне нужно... Вот смотрите, если я проатакую его, написано у него минус 3 окаменения. Что это значит? О, не прокнул додж. О, свиток кому-то душ не нужен. К нам пришел товарищ. Мы его запутываем. И... Z-kill. Так, мне еще эти штаны нужны. А, стоп, это штаны. Это огненный танец. Те штаны, которые мы скипнули. Нам не нужны эти штаны. Мне нужен этот синий сундук. Окей, что тут такое? Легкая дымка нейтрализует дальние атаки 5 использований. Ага. Вводят билд на самоотравление в мету. Да уж. 5 блоков дальней атаки не выглядит очень сильным, честно. Учитывая, что есть маска, которая полностью блокирует ядовитые атаки навсегда. У нас банка пустая, но мне эта банка что-то как-то не очень нравится. Не-е-е. Поглотитель силы хорош. Нам сейчас нужно что-то. Он же что-то сильное. Так, если я делаю килл мыши здесь, то мне блокирует выход. И блокирует выход чувак, у которого 36 здоровья и дофига атаки. Если я делаю килл мыши, мы падаем. По-моему. Ну, мы можем рольнуть комнату, но это плохая идея. Надо бежать. Плохой этаж. Привет. У меня денег нету. Ну, хотя бы хилка лечит на 5, а не на 3. Наконец-то. Кстати, это первый лутбокс за весь забег. Обратите внимание. 6-й или что-то такое этаж. И мы ни одного лутбокса до этого не видели. Вот он, первый лутбокс. Насколько это круто, а? Пофиксили количество лутбоксов. Это факт. Во всяком случае, у меня может быть рандом. Но раньше, мне кажется, мы бы уже пару лутбоксов завалили бы. Что, наверное, правильно. Лутбоксов было многовато раньше. Но посмотрим. Окей, у меня есть окаменение. Тестим его. Боньк. Окей, как он окаменел? У него окаменение отобрало минус 3 здоровья. Значит, у него сейчас не 10, а 7 хп. Если я его сейчас бью, он окаменеет навсегда. Окей, его убило. Значит, на окаменение это как
как урон светом, только не урон светом. Оно стакается, но если оно настакивается на противнике полностью, оно его убивает. Если у противника остается ХП только на окаменение, похоже на дополнительный урон, но, наверное, с ним какие-то... Может быть, есть механики, например, может, книжка есть какая-нибудь, которая удваивает окаменение. Это будет уже другое. Оно потому что не доп. Уроном идет, а статусом. Соответственно, если у нас есть что-то, что с этими статусами работает, или, например, может быть, теперь, если есть предмет, который рандомные статусы накладывает, то, может быть, этот предмет сможет накладывать окаменение теперь. Так что световой урон превратили в статус. Что прикольно. Интересное решение. Световой урон, не знаю, он был нормальный. Но я люблю побеждать, поэтому, конечно, он мне нравился. Окей, плюс 4 стата. Здесь мы можем только 4 брони взять. Все остальное брать это для нас очень плохо. Продрывники. Мы уходим. Потом, ух, какой взрыв большой, хороший, красивый. Так, у меня здесь куча хилок. 24. Окаменение окаменевает мне змею. Я получаю 3 яда. Много хилок. Но змею я за 2 удара только убью. Она мне нужна? Сколько она дает душ? 4 души. Окаменение — это неблокируемый урон и антихил. Да, и статус. И окаменение не считается техническим уроном. Например, я думаю, что ты, например, от него там не будешь хилиться или что-то такое, если такое у нас тут где-то имеется. В общем, хитро придумано. Окей, мне выгоднее завалить эту штуку. Она дает, даст в итоге больше мне, чем змея. Теперь я открою предмет, у меня много пустых слотов. А, нагрудник. Нагрудник не пофиксили. Нагрудник как был, так и остался шикарным предметом. Нет! Нагрудник пофиксили! Нет, мой лучший предмет в игре. Это был лучший предмет в игре, один из лучших. Это был явно лучший белый предмет, и это был явно мой любимый белый предмет. F. Нагрудник был хорошим солдатом. Почему? Потому что вот, снижает полученный урон от взрыва на 2. А был в 2 раза. Заметили. Надо было молчать, чат. Чем мы спалили нагрудник? Надо было, когда играли, молча это. Фу, нагрудник плохая шмотка. Ну ладно, возьму. Так уж и быть, черт с ним. Возьму, брать больше нечего. Ой, легендарный предмет предлагают вместо нагрудника. Что-то у меня настроения нету. Не буду брать. Конечно, легендарный предмет лучше, чем нагрудник. Но я просто не хочу. Челлендж. Не надо было палить конторы, что нагрудник лучше, чем 90% легендарных предметов был. Здесь 3 брони, да. Надо брать, конечно, но... Жалко. Хороший парень был. Из тех, кто просто любит жить. Ой, мое хп. Ему больно. Окей, у нас 9 хп. Может, надо пойти сюда? Пойдем сюда. Что нам здесь скажут? Новое что-нибудь? У тебя есть имя? Не прожить без меня роду людскому. Ему я несу отдых и дрему. Я не помню, это новый стих или старый. А-а-а. Что это? Устрашение. Делать невозможным ответный удар, если атакуют сначала. Ползучий ужас. В общем, в простонародье это сороконожка. И она ужасна.
Это катастрофа. 11 скорость. Ужас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, как мы хотим это сделать? Я могу сейчас взорвать подрывника. У нас нагрудник. Но он, кстати, блокирует всего лишь 2 урона. Но 2 урона это тоже норм. Этого чувака мы не убиваем, потому что ужас. Ползучий ужас нарисован прикольно. Тут все прикольно нарисованы. Он мне не нравится не потому, как он нарисован, а по его свойствам. Вообще не нравится. Если я иду направо, то подрывник справа подходит сюда. Он здесь стоит. Я иду еще раз направо. Он возле меня стоит. Еще раз направо. Он взрывается, я получаю от огнеугля взрыв. Мне нужно сделать вот так. Ой, здесь у меня лутбокс, а? Окей. Оп. Цветок заморозки всегда замораживал всех перед тобой. Или цветок заморозки замораживал одного чувака. Да, всегда, да? Я просто уже... Сейчас будут глюки. Я уже теперь не помню, что было, что не было. Серноиль, привет. Привет, привет. Окей, всегда замораживал. Хорошо. Ну, тогда мы сейчас двоих здесь взорвем. Изи взрыв. Взрыв не размораживает. И мы сможем первый килл ползучего ужаса сделать. Боник. 4 души. Очень мало душ. Он вообще того не стоит. Нам нужно наитие здесь. Скорость нужна, но, по-моему, нам конец. Мы будем играть без скорости. Но у нас что-то... Вот, у нас окаменение, если мы атакуем вторыми. То есть окаменение против этого чувака работает, например. Мне нужно чертовы 20 душ. Окей. Давай, давайте вот так сделаем. С окаменением еще один килл. Хорошо. А мне нужно здесь еще наитие. И здесь скорость. У нас много минусов скорости от чего-то тут идет. Нет? Нет, чего он? А, одногрудник минусует скорость. Но это и все. О, заблокировали. Окей, давайте запинаем этого чувака окаменением. Билд на окаменение. Звучит прикольно. 40. Я хочу 40. За 2 удара с окаменением мы запинаем трехглава. А маска дает скорость. Нет, маска дает скорость, не забирает скорость. Варлок, ты на YouTube будешь заливать или пока нет? Я все этот заливаю на YouTube. Вообще все, конечно. Ну, если сегодня все пройдет успешно, то видос по Ring of Pain должен завтра на YouTube выйти. В теории. Живы, целы, дышим? Так точно. Я проснулся в 5 утра, меня плющит. Понимаю. Понимаю. Я тоже сегодня рано проснулся. Ну, не в 5, но в 6. 6:30. Маска у нас не работает, да? Да, маску уже можно снимать. Во что этот рогаликоед играет? Ничего не понятно. Окей, это один из самых лучших рогаликов, которые я играл за всю жизнь. Мы этот рогалик проходили, смотрели все обновы, и на него вышла огромная обнова. Если вы не понимаете, что происходит, усаживайтесь поудобнее, наслаждайтесь. Это супер хорошая игра. Одна из лучших. Это реально один из самых крутых рогаликов. Просто он какой-то... Его... почему-то не особо играют и на нашем русском YouTube и Twitch, и на английском. А он крут, очень крут. Окей, что вы думаете, стоит оно того? Минус 6 хп, но там большая хилка впереди. 4 души, минус 6 хп за 4 души. Ну, со второй атаки мы не... и умереть от подрывника, когда будем проходить мимо него. С незаметностью 52% и 60% шанс блока, да? Что я хочу открыть?
6 душ. Я хотел открыть синий сундук, но похоже, что у меня не получится. Впереди соратники. Соратники нас похилят. Окей, походу мы открываем белый сундук. Фехтование. Новая книжка фехтования. Йоу. Следующая атака временно плюс 2, половина урона существу сзади. Плюс 2, половина урона, типа пробивной урон с кулдауном в 6 ходов. Интересно, интересно. Рапира с кулдауном, ну давайте попробуем. Не знаю, как я это буду использовать, но мы попробуем, окей. Все, молимся рандому. Ау, вау. Смешно. Это бывает. Ну, я знал, на что я шел, но, честно, у нас шансы были очень большие. Забудем тот первый забег, был тестирован, тестовый забег. Посмотрели новые предметы, чуть-чуть посмотрели новых врагов. Ага. Очень хорошо. Забег внезапно закончился. Да, надо было переролить релик. Окей, пойдем в главное меню. Посмотрим, что там другие свечи еще делают. Так, здесь 40 незаметность. Ну, я не люблю незаметность. Фонарик БК и перевернутую свечу мы трогать пока не будем. Давайте все-таки эту свечу обычную. Рандомный предмет начальный. Так, рольнем начальный предмет. Будем играть рандом. Будет солидарность. Окей. Солидарность, 2 защиты, 5 уклонения. Ну, неплохая штука. Свиток на броню я люблю в начале игры. Свиток на броню надо использовать желательно, чтобы взорвать подрывника какого-нибудь. 4-я атака пригодится. И не вот этого подрывника в идеале взорвать. Кстати, я здесь делаю атаку, потому что мы килл не делаем. Пройду направо. Теперь взрыв делает 2 килла. Я хочу использовать, чтобы улей взорвать, да. Так, блокируем взрыв, улей делает килл. Очень хорошо, мы набрали души. Где предметы? Ну, забег внезапно закончился, не по моей вине. Просто немножко рандома. Я ни при чем. Так. Шорты. Отравление при атаке плюс 1. Шорты, по-моему, такие же, как и были. Хорошие шорты, но я буду искать новый шмот. Нового шмота нет. Тогда возьмем кристалл. Кристалл с масс-уроном, кайф. Панцирь, новый шмот. Одна защита, минус 1 здоровье, плюс 2 наития. Хорошие статы, очень. Очень хорошие статы для старта. Минус 1 хп вообще ни о чем. Устойчивость к отравлению плюс 1. Вау. Так. Интересно, как это работает. Я его пикну, надо хотя бы посмотреть, узнать, как это будет работать. Окей, мы выходим с полным хп с первой комнаты. Маска жажды, ой. Так, она все так же имба. При полном здоровье целебное зелье дает плюс 1 здоровье. Да, маска жажды все так же имба. Маска жажды очень хороша. А, не нужны нам ставки. Я думаю, ставки на победу-поражение нам не нужны. Не-не-не-не-не. Сколько забег времени занимает? А в этой игре около от 40 минут до часа обычно забеги. Если мы не будем отвлекаться, то где-то от 40 минут до часа плюс-минус. Но здесь новые предметы, наверное, будет чуть подольше. Окей, медвежий капкан хороший свиток. 15 урона. И обездвиживание. А, смотри. У этой штуки у нее нет пробивного урона. У холма. У холмика. А-а-а.
Значит, я ее могу просто за 18 ходов запинать медленно. Ну, окей. Книжка на щит мне не нравится. Она как была не очень, так и осталась. Она не защищает от взрывов, только от урона. И не защищает от пробивного урона. О, новая шмотка. Вуаль бойца. Так. Два атака, минус два защита. Ого. Минус два защита, это очень плохо в начале игры. Ну, что за статы? Критические удары, уклонение плюс 3% за каждую отрицательную единицу защиты. Что? За каждую отрицательную? То есть, если у тебя минус 30 защита, у тебя будет 100% уклонения? А и как? Подождите. Как убрать защиту? Это нужно, чтобы было 100% уклонение. Нам нужно минус 40 защиты. Ребята, я не уверен, что можно набрать минус 40 защиты. Минус 34, простите. Да, я ошибся, минус 34. А это намного проще. О, книжка на яд, все. Книжка на яд, автопобеда. Окей, я иду здесь налево, потому что справа есть риск, что там будет большой подрывник и будут большие проблемы. Ну, кстати, теперь вот этот чувак, например, не так легко убивается. Я защиту потерял. Скорости еще уклонение. Окей, нам нужно еще много скорости, я понял. Но у нас сейчас 13 уклонения, что неплохо. 13 уклонения на дороге не валяется. Оно хорошее, большое. Но чего вы хотите попробовать сделать? Минус защиту? Я как? Не понимаю, как? Чем? Предмет на умножение защиты и что-нибудь на сверхуменьшение? Аморфное нечто. Но это фиол. Ложка. Точно, вы правы, ложка. Окей. О, ну, давайте. Чего? Давайте пробовать. Гулять так гулять, да? Сыч, ты мне что-то можешь сказать новое? Почему ты живешь здесь? Это мой дом, а теперь и твой. Оставайся здесь, выбор лишь за тобой. Это новый дом, Сыча. Новый дом. Нам нужна скорость, да? Что скорость равно уклонение. Зельки дают нам максимальное хп, когда у нас максимальное хп. Билд на кулачника. Так он и есть. У нас массовый урон еще есть, кстати. Так, я вижу этого. Я вижу справа лутбокса, его нужно поймать. Уклонение прокает, прокает. Ничего не могу сказать. Очень хорошо. Так, лутбокс, иди сюда. Тогда я не беру шлем, что он дает броню. Первый удар. Первая атака в каждом подземелье наносит критический удар, дает 3 скорости и минус 2 наития. Да что за предметы на минус наития? Минус защиту. Первая атака в каждом подземелье крит. Ну, прикольно звучит, ничего не могу сказать. Пока что довольно бесполезно, но тебе держи яд.
Окей, он, мы убьем лутбокса ядом. Тебе надо, наверное, кинуть. Сейчас будет... О, осторожно. Тебе мы кинем свиток. Пойдем посмотрим на эту штуку. Так. Кидывает 7 яда. Разве у нас не было предмета на резист к яду? Да. Панцирь дает устойчивость к отравлению плюс 1. Как это работает? Я получу 6 урона от отравления или чего? Игра. Ну, мы отхилимся после яда, но мы... Рубрика эксперименты. Давайте в рубрику эксперименты. У нас 11 хп. Я получил... Сколько урона от яда? 6, да? И значит, сейчас я получу не 6, а 5. Ну... Не знаю, насколько это полезно. Что 7 яда, что 6. Он накидывал 7 яда, да. Так-то, честно говоря, что 6 яда, что 7 яда, и то смерть. Ну, если получать немножко яда, например, от маленьких слизей, вот это другой вопрос. Окей, нам нужно найти здесь. И, кстати, вот мы минусуем защиту потихоньку. Идем на кладбище тогда. Один яда урона не нанесет, да. Вы правы. Да вот эта дура собьет сразу 16 урона и 5 яда. Кстати, могилы лучше копать будет удобнее. Вот эта штука по-прежнему делает килл. Сколько? Он меня ударил на 5? А, ну да, у меня же 3 защиты. Точно. Огромная, хорошая, большая защита. Так, и еще один такой же чувак. И хилок нету вообще. Ну что? Копать? Да, один урона только что не получили от яда. Ложку надо искать. Ну где я ее найду? Ну вот здесь можно ложку паролить. О, что это? Духовность. Йоу. Духовный урон плюс 5 при использовании не более 5 предметов. Фу. Тоже кайф. Стеклянный щит и ложку в белых. То есть глаза не брать, да? Окей, стеклянная ложь. Стеклянный щит и ложка. О, книга спокойствия. Йоу, это не книга, кстати, это щит. Окаменение при атаке плюс 1. Прикольно. 3 наития 2 хп дает. Блин, хочется взять на 3 наития это щит. Жесть. Берем. А ролить будем этот сундук теперь. Окей, предметы хорошие. Значит, мы ложку ищем, да? Покров ночной тени. А, он конфликтует с ударом первым. Можно одеть свирепость, что снимет с нас еще 2 защиты. Но, правда, 5 уклонения потеряем. Надо ложка. Нужно так, чтобы уже... Ух. О, стеклянный щит нашли. Блин, а нафига я тогда этот взял щит? Кто там? Сиди, я сам открою. Да, не надо было щит брать. Что-то мы тупанули с вами, ребят. А, стеклянный щит минус 1 защиту дает. Он не решит. Знаете что? Стеклянный щит... А, он дает 5 уклонения. Ладно, что за новая рука? Загребущие руки. Хорошие статы. 1 атака, 1 скорость, 1 наитие, 5 крита. Используется все найденное.
Используется все найденное. Замена предметов приносит души. Что? Используется все найденное. Не дает тебе пикать выбор между предметами. Он автоматически пикает тебе предметы? О, ты не можешь скипнуть предметы! Никогда! Ты просто будешь автоодевать шмот из сундука. Это так круто! Какая крутая идея для предмета! Йоу! Я хочу сказать, разработчики этого рогалика, разработчики Ring of Pain, они, блин, недооценены. Это круто. Это очень круто. Жадность должна быть веселой, да. Блин, мы уже... Давайте возьмем. Окей, берем. Погнали, будет весело. Да. Поехали. Я не знаю, что будет. Окей, мне нужно ход налево сделать. А, я попаду на взрыв все равно. А, нет, не попаду на взрыв. Мне нужно будет доджить здесь. Доджить еще раз направо, да? Нужно... Мне выгоднее здесь сделать додж. Если он не сбежит, конечно. Так. Так. И мы делаем килл. Окей. Хорошо. Так, ну сейчас мы доберемся до сундука и посмотрим, как это работает. У нас все еще активен билд на минус защиту, если мы его сможем замутить. На полное уклонение. Для этого нужно побольше скорости, побольше атаки. Подрывники тут все еще, блин, кругом валяются. Змея, у нас защита от яда. То есть змею, кстати, можно бить. А, и первая атака у нас крит автоматически. 61% шанс хильнуться с проклятой банки. О, еще три атаки. Защиту здесь ничего не минусует. Поэтому берем еще три атаки. Изи килл здесь. Ао! Вы видели? Свиток автопикнулся. Прикольно. Окей. Посмотрим, как работает с сундуком. Мы сами выбираем предмет. Не автопикает. Все-таки не автопикает, а идет выбор предмета, но мы не можем скипать. Нельзя скипнуть, обязательно что-нибудь взять. Да, все-таки не так весело, как мы думали, но нельзя скипать тоже. Оно. Нам нужна ложка. В любом случае мы будем ролить. Да, это же обычный предмет. Опал уже поздновато. Найти за каждую пустую ячейку инвентаря — это круто. Но на полу автоматически пикается, да. Здесь мы будем, наверное, на фул искать ложку пытаться. Шорты. Шорты дают минус защиту и делают яд. Ложки нет. Переодевая вещи, мы получаем этот душ, и вы правы, да. Раз такая пьянка, ждем следующие разы. Чисто свечку двойную со стартом злой руки. Вы, кстати, правы. Смотрите, двойная свеча еще позволяет делать тематические забеги. Потому что ты можешь себе с двойной свечой, если хочешь, ты можешь себе любой стартовый предмет пикнуть. Поэтому двойная свеча позволяет делать челленджи и тематические раны. То есть ты берешь какой-нибудь стартовый предмет странный, типа, наверное, загребущие руки, и играешь фулл билд на загребущие руки. Что-нибудь такое. Штаны мне очень нравятся здесь.
очень нравится. Нам нужно будет яд. Скорость не так. Нам нужен будет яд, потому что ложка еще минус атаку сделает, ко всему прочему. Поэтому, да. А вот здесь не стоит риск делать. Я буду ходить во тьму. Проверять, наверное, новые диалоги. Выпусти меня. Бесполезен крик. Не случится чудо. Не могу выпустить я тебя отсюда. О-о-о. По-моему, новые диалоги. Я не уверен. Давно мы их читали. Очень давно. All right. Что у нас здесь? Подрывник слева. А, слева там, знаете кто? Там лутбокс. А, ну лутбоксу так далеко до выхода идти. Можно не заморачиваться. Пойдем, пойдем направо. На блатина. Там пожиратель. Попо. Виу. Окей, мы можем... Есть шанс его что-то с ним сделать или нет? Нету, да? Что здесь? Подрывник. Автопик будет? О, господи, с глаз. Чисто шара. И лутбокс успели остановить. Ну, ничего не могу сказать. Тупо стример лак, наверное. Но... Так, еще атаки. Этого подрывника просто в молоко. Класс. Класс, 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 класс. Вот этот парень бьет меня сейчас на 7. Вау! Могу ли я настакать достаточно яда, чтобы на него кинуть? Я могу подрывника взорвать. Потом отхилиться большой хилкой. Большая хилка на 14 хилит. Знаешь, что мы теряем максимальное хп, но... Я делаю маневры. Все продумано. Защиту ничего не минусует. Мы можем взять себе еще 3 скорости, например. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Окей, знаете что? У меня есть план. Окей, берем... Насколько хилит эта штука? Что за особенность у него? А, у нового чувака это устрашение. Он устрашает. Если у тебя скорость меньше, ты ничего сделать не можешь. Ну, с шипами можешь, но... Подходим теперь здесь. Делаем атаку. Это будет килл. И теперь мы кидаем сюда яд. Яд уже делает свою грязную работу. Ровно 11 урона. Прекрасно. Не хватает 2 души на сундук, но... Непостоянство, зато можно пойти. Чувак с устрашением был, но он был позже. Он был в лейте. А это теперь есть устрашение в начальной игре, что ли. Такое. Ослабленная версия устрашения. Так, мы хотим отсюда просто уходить. Потому что там большой подрывник. Это большая проблема. Очень хочу открыть фиол сундук. Понятное дело. Как? Хороший вопрос. Если я пойду направо, и там стоит улей, нас взорвут. И мы ничего не сможем делать. Это был не улей, но все равно, я думаю, мы правильно сыграли. Мы закрыты между двумя чуваками, которые нас уничтожают. Они не должны быть такой большой проблемой. А они явно не должны быть такой большой траблой. Спасибо, что кинули обнову в Дискорде, инфу про обнову. Спасибо огромное. Это, да, я действительно бы... Наверное, не увидел, что обнова на Ring of Pain вышла. Спасибо большое. У нас скорости чуть не хватает, да. Нам было скорости еще взять немножко. Ну чё, хилку? Ну чё, easy dodge? Куда dodge тогда лучше? Направо? Налево.
Окей, дольше не получилось. Посмотрели новые штуки, потестили. Я думаю, стоит ли мне другие свечи ставить? Другие свечи не особо поменяли. Есть темный камень. Давайте поставим темный камень на незаметность 40%. Давайте темный камень поставим. Окей, у нас нет дополнительного стартового предмета. У нас есть 40 встроенной незаметности и минус 2 скорости. Что... А, и свиток дают барьера со старту. Ну, свиток барьера кайф. Он сразу у меня будет использован в первой комнате, но... Он есть. Окей, мне нужен шмот. Нас тут запинают сейчас. О, господи. Жесть. Что? Свиток — неожиданный удар. Гарантирует критический удар для следующих 3 атак. Прикольный свиток. Очень интересный. Хороший. Так. Это барьер надо побыстрее применить. Окей. Столько новых интересных белых предметов. Я возьму пораженное сердце. Потому что хилки вначале рулят. А я не могу больше рулить. Терпение. Подрывника. Затанчить этим. Так, мне вот этот парень нужен. Блин, сейчас 2 урона получу. А, нет, я могу подобрать свиток и теперь пройти налево. Не идеально, но... Как, кстати, когда Shrift of Nature Dancer? Не знаю, в музыкальную школу вы меня отправите когда-нибудь, чат? Чтоб я выучился музыке. Туда и Shrift of Nature Dancer. Окей, роли мы ищем что-то крутое. Новые странные предметы. А я рольную еще раз. Это все? Катализатор неплох, может быть. Интересно, если в терпение пойти. Катализатор хорош в начале игры, да. Spire Arcade есть легкая ритм игра. Мне нужна не легкая, мне нужна музыкальная школа. Чтоб я узнал, что такое ритм. Невесомость. О, да. Вся скорость. Пока что. На какое-то короткое время у нас будет вся скорость. Окей, делаем криты. И поскольку у нас вся скорость, мы делаем все килы. Идем в терпение сразу. Интересно, в терпение... Терпение на старте, что бывает? Окей, я вижу здесь сокровища, статы. А справа я вижу... Сокровище, которое, надеюсь, что сундук на шар. О, нет. О, нет. Нет. Что ты будешь делать? Как? Нет. Без комментариев. Это просто называется терпение в начале игры. Не надо туда никогда ходить. Я тестил, вдруг его поменяли, и оно играбельное стало. Терпение в начале игры не играбельно. Оно просто, ну, ты не можешь туда ходить, потому что там постоянно вот это. Поэтому, да. Проверили. Хорошее знание на будущее. Это не твое. То я знал, что оно неиграбельно. Я пришел. Ложка. Вот она. Окей, находим ложку, находим. А, взять. Это, короче, будут следующие 2 часа
вот таких вот странных забегов, походу. Ложка. У нас будет минус 3 атаки, минус 3 защиты. И потом мы находим тот предмет, который дает додж за минусовую защиту. Надо только найти его будет. Как? Мы как-то с ложкой раньше проходили забеги, да? Как-то ж мы выигрывали забеги с ложкой. Правда, у меня еще минус 3 атаки будет, поэтому я не знаю, чем мы будем урон наносить. Но. А вдруг? Что обновили в игре? Да тут все обновили. Тут 80 новых предметов. Огромная обнова. А что вы говорите, что кадила имба? Тут минус 4 на эти, ребят. Чего мы будем с этой незаметностью делать? Получать 0 душ и 0 хила за все. И мы пробовали найти в прошлом забеге. Оно выглядит круто, но минус 4 найти — это жесть. Надо, наверное, сначала найти подложку, ту штуку, которая работает с ней. Я возьму нам нижнюю защиту. Она не помешает. Подложку надо сначала найти, предмет, который, собственно, с ней работает, а потом уже брать ложку. Иначе это очень плохо. О, драгоценность. 4 скорости. Хорошо. Очень хорошо. Свиток барьера еще один. Окей. Сюда. Разложение. А, ну это штука раньше была. Стоп. А оно разве не сильнее было? Устойчивость к проклятию минус 30%. Дает 3 атаки, 1 скорость, минус 2 наития. Что-то не очень хорошее разложение. Варлок, твои стримы заблочили в Украине, что ли? У меня какая-то проблема, стрим не грузится. Не знаю. Че, меня заблочили в Украине? Может быть. Не знаю, я по-украински давно на балаков. Если я по-украински побалакаю, можешь меня разблочить назад? Странно. Чебуречкин говорит, он с Украины смотрит и норм. Вон Алам из Харькова. Все норм. Интернет норм, и это и на компе, и на телефоне. Круче, Better Good. Тогда, значит, меня заблочили в твоем городе. Может быть, на твоей улице. А может быть, лично для тебя. Бывает. У меня у провайдера такое было, что, как ни странно, именно проблемы были с Твичом и не со всеми стримами. У меня то же самое было с провайдером, например. И, да? И провайдер отрицал всеми силами, но в итоге было у провайдера. Хотя, казалось бы, поначалу казалось, что не должно быть. О, книжка на телепорт на к выходу или шлем? Шлем крут, но книжка телепорта к выходу хороша. А, по-моему, у нее было 2 хода кулдаун. Я не уверен. И вот почему она хороша. Потому что можно делать маневры с подрывниками, например. Тебя мы можем затыкать. Не можем, потому что у тебя 18 хп, 13 после урона, а у меня 11. Можем с хилкой. Хам-хам-хам-хам-хам. Окей, мы пройдем налево невидимыми.
Мне нужно еще урона, я думаю. Так, здесь килл. О-хо-хо. Забавные колготки. Один защита, один скорость, два здоровья. Забавные. Че они такие забавные? Так. Берем? Потому что забавные, да? Йоу, носки такие тоже есть. Надо будет попробовать их вместе с носками взять, да? А вдруг там что-то собака зарыта? Честно, призма так сильно. Я возьму ее вместо драгоценности просто потом. А, нет, я вору. Я рольну, поищу новые шмотки. Тиски дают минус 3 скорости. Грибы это плюс 3 хп. Ну, знаете что, поищем какую-то имбу. Грязные лохмотья. Устрашение ядовитых существ при атаке. Чисто шмотка антияд. Чтобы устрашение работало, у тебя скорость должна быть больше. Против змеи это не будет работать. Это будет работать, знаете, против кого? Это будет работать против этих больших слизней. Очень хорошо будет. Ну, автокилл больших слизней. Ульи, да. Подождите, ульи. Ульи взрываются. Да. Что я такое в чате увидел, хотел прочитать. Теперь не могу увидеть. Я не очень хотел. Потерял. Окей. Возьмем повязку. Просто потому, что я не хочу больше тратить на роллы. Ну, вот эта штука выглядит прикольно. Но у меня штаны уже есть. Дело в том. Если бы штанов не было, был бы другой вопрос. Так, время использовать заклинание барьера. Бомбу. У меня есть хилка. И нет смысла эту хилку здесь не использовать для того, чтобы сделать вот это. Так, так, передышка или засада. Телепорт к выходу в засаде работает или нет? Что-то мы спорили как-то и не могли понять. Пойдем посмотрим, работает ли телепорт к выходу в засаде. Вроде нет. Но мы в любом случае должны затащить засаду. Тут один... Окей, мы не затащим засаду, мы умрем. Но! У меня есть 5% шанс уклонения. Окей, проверим, телепорт к выходу не работает. Сложно? Чего? Засада бьет сильно. Там мужики большие сидят. Привет, Веля. Проверили засаду. Засада все такая же гадкая, как была раньше. Берем двойную свечу. Берем рандомный предмет в начале игры. Темную свечу посмотрели. Оп. О, да, вот оно. Вот оно, пошли. Окей, вот оно, вуаль бойца. Для тех, кто там присоединился. Новый предмет. Смотрите. Две атаки, минус 2 защита. Критические удары уклонения. Плюс 3 за каждую отрицательную единицу защиты. Вот. Так что, когда она у тебя сразу есть, это оно. Это оно. Защита 0. Нам нужна минус защита. И как-то прожить. Нам нужен минус, чтобы у нас был додж. Так, свиток поражения. Тоже новый. Защита существ нейтрализуется при атаке в следующих 3 поединках. Окей. Подрывников нужно очень хорошо использовать. Правда, у меня подрывники на 4 бьют, но такие мелочи. Мы живы.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько у тебя защита? Один. То есть это добавит нам один урона как раз. Easy dodge. Easy не dodge. И защиту не берем. Берем скорость. Ага, шорты. Минус защита. Отлично. Бум, 3% уклонения, детка. Пау-пау. Кто-нибудь понял, что здесь происходит? Это чей-то трип? Кто-то умер и попал куда-то? Это сон собаки? Ну, что-то типа того, да. Как-то так. Здесь что-то происходит. Ритуальное одеяние. Оно всегда было минус 2 хп. Нам нужна ложка, да? Ложка будет весь додж. Ага, стеклянный щит. Тоже пойдет. Есть стеклянный щит. Это еще. Йоу, 19% уклонения. Мы близки. Уже 19%. Ну, комочки слизи пойдут. Не откажусь. А вот теперь ложка. Перед тем, как открывать ложку, наберем максимально предметов. По возможности. Окей, если я делаю шаг вправо, я все равно взрываю веселя. Нет, не взрываю. Я дурак. Надо было атаковать. О, эта штука будет неприятной. Да, я, короче, смисплейщик. Смисплейщик. У меня незаметность 3% только. Да. Короче, делаем. Открываем сундук. Скорость предмета равна. А, книжку на яд. Книжку на яд берем, конечно. Додж. Этот свиток был бы неплох. Недавно. Окей. Поехали дальше. Незаметность. Хилку. Пока что яд я не буду использовать. Я пришел с ложку искать. Наитие не ноль теперь. Так, изи килл. Ага, вот сюда я хотел кинуть яд. Для того, чтобы ядом взорвать еще одну собаку. Теперь у меня 20 душ есть. Теперь я здесь сделаю килл. Потеряв. Ну, теперь у меня максимально душ для роллов и поиска ложки. Поехали. Нет, мы ищем ложку. Или что-то на минус защиту, чего я не знаю. А, маска так хороша. Но мне нужно попытаться. Кинжал на отравление, но он займет слот ложки. Невидимка дает 10% незаметности. Тоже неплохо. Я не знаю, убьет ли нас ложка. Без понятия. Вместо этого мы нашли ритуальное одеяние, что норм. Оно нормальное. Что еще могу сказать? Нужна эта хилка. Там справа этот. Справа лутбокс. Но мы до него успеем дойти. Ох, свиток заморозки. Класс. У меня, кстати, иммунитет к яду. На пару атак. Фу, у меня маленькая слизь бьет на 7. Как мне лутбокса убить? Никак. Подождать, пока он зайдет на ту сторону, взорвать подрывника ядовитого. Пройти с незаметностью, кинуть заморозку, да? Это шанс. Сейчас подумаем дальше. О, нет. У меня 19% уклонения.
как бы 19% это не 100%. Я делаю здесь килл, скидываю иммунитет. 6 скорости. Ну, типа вот так это еще один откат. Так. Мы делаем килл подрывника. И откатился яд. Теперь статы. Еще урон. О, господи, дайте скорости, капитан. 11, стой. Ты сколько даешь душ? Ты две души даешь. Его даже не стоит трогать. Я не знаю, стоит ли на него яд тратить. Кладбище. Не открывается сундук. Чертова вуаль. Я не уверен, что мне нужно кладбище. Нас мунтят к яду. Чем мы там будем искать? Накопать могил? Наверное, стоит пойти просто на перекресток. На кладбище труп далеко не надо будет тащить. Что? Окей, я должен это кликнуть. Я без понятия. Какая-то комната с вопросом и синяя. Я без понятия. Что? Озноб? Новый путь, озноб. Нам будет холодно. У меня есть додж. Когда тебя шипастый на 12 пробивает, это, конечно, специфические ощущения. Единственное, что я могу сказать по этому поводу. Это, наверное, не тот билд, который нам нужен. Окей. Давай, теперь мы просто пойдем и выиграем забег. Маска жажды сначала. Попробовали новые предметы, они интересные. Я не знаю, как ими играть, но в теории они интересные, да? Так, сюда. Так, сюда. Додж направо, делает 2 килла. Теперь я просто возьму и выиграю. Все, надоело. Считайте, что эту тельняшку на груди порвал. Сейчас начнется жесть. Нет, 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 нет. Нет. Хватит. Перестаньте. Просто нужно остановиться. Никаких автопиков. Дайте мне счастливые ботинки, которые дадут мне нормальный стат без всяких вот этих вот ваших. Ложек. Привет, Сева. О, еще один новый ивент. Отлично. Замечательно. Просто идем. Идем еще один новый ивент для того, чтобы проверить, что там будет. Почему бы и нет? Быстрота реакции. О, это то, что у меня есть. Знаете что? Держите омут душ, я хоть посмотрю, что в этой комнате. Какого черта? Позважали. Позважали, а? Чего она делает, интересно? Что? А ты кто? Пизда.
Дыханный селок. Окей. Это йети, который ползет к тебе. Он гонится. Он накладывает путы? Или что? Написано, что я путы получу, когда с него проатакую. Очень плохо. Это звучит не как отличная вечеринка. Бежим отсюда. А, но он идет за тобой только когда ты близко. Окей. Фу. Позважали, селки. А, он идет за мной все-таки. Он идет за мной через ход? Что-то такое? Я ролю что-то поинтереснее. О, забавные колготки, класс. Так, а ты что делаешь? Если находится на одну позицию от игрока, набрасывается, чтобы атаковать игрока и других. Ау, она ходит через клетку. Позважаль атакует, как ходит конем. Это местный конь из шахмат. Круто. О, нам надо бежать, точно. Поскольку на карте Нима догматик поменьше. Как жизнь? 100 кушал. Хорошего Йоу. Стрима. Сева, спасибо тебе большое. Огромное тебе спасибо за донат 179. Чувак, даже не заморачивайся. Спасибо тебе огромное за любую поддержку. Даже просто то, что ты пришел на стрим и поздоровался в чате, это уже более чем достаточно. Спасибо тебе огромное за поддержку. Хоть какую-то. Спасибо. Спасибо. 179 это большой донат. И даже не заморачивайся и не думай то, что там донат меньше. Чего хоть. Спасибо тебе огромное. Жизнь отлично. Я вроде бы более-менее здоровым себя чувствую. Плюс-минус. У меня немного еще горло побаливает. Я не знаю, будет ли я сегодня 6 часов сидеть. Ну, посижу сколько посижу. С вами постримлю. А кушал я сегодня пшенную кашу с печенкой. Круто. Я люблю печенку. Многие считают, что печенка не, типа, не очень крутая еда. Что она, типа, мэ. Потому что не это, не мясо. Но я люблю вкус печенки. Именно вкус. Мне нравится... О, ложка пришла. Мне нравится печенка жареная. Мне нравится вареная даже печенка. Поэтому, да, я большой фанат печенки. Но печенка вкусная очень. И куриная, и свиная. Мне даже куриная иногда больше нравится, чем свиная. Как это ни странно. Хотя куриная еще, по-моему, дешевле. Печенка с сердечками шикарно. Вот да, согласен. Абсолютно согласен. И всякие каши, которые считаются такими, типа не очень хорошими, мне тоже нравятся. Мне нравится пшенная каша, например. Или какая-то. У говяжья печень я не знаю. Говяжья она пахнет, по-моему, так достаточно сильно, да? Я не это... Не уверен. А у нас 11 скорости набралось. А, потому что первый удар дает скорость. И дает гарантированный крит первой атакой в подземелье. Нам там крит не нужен был, но все равно. Окей. Да, мы играем на победу сейчас. Просто. Просто идем за победой. Без лишнего. Почему у меня 100% крит? А, у меня же свиток был на криты. Окей. Огненный танец я так и не разобрался. Взрывной урон 3х существам при использовании не более 4 предметов. Но он у нас работать не будет. Поищем что-то другое.
Ритуальное одеяние дает все наитие. Берем. Нам сейчас наитие пригодится. Потому что я минусанул наитие первым ударом. Я говяжью люблю, она горькая. В некотором смысле мясной кофе. Я не помню, когда я ел говяжью. Я уверен, что я ел говяжью печень, наверное, когда-нибудь. Но... Но этот... не помню. Обычно мы покупаем куриную или эту. Либо куриную, либо свиную печень. Да, там были штаны новые для винца, но у нас сейчас винца не будет. Кстати, свиток, на который дает дополнительный отхил от банок. Круто. Похититель душ есть, он очень сильный, но я тестю новую перчатку на криты. И я не хочу опять играть в минус защиту. Я просто хочу выиграть, окей? Поэтому давайте... А похититель душ дает победу так-то, потому что все души с похитителем душ. Он называется похититель душ, да? Свиток каменной кожи. Кайф. Не-не-не-не-не. О, стой, стой, стой. Йоу. У меня устойчивость к 6 проклятиям. О мой бог. Этот свиток дает 3 заряда для банки. Не вот этим банкам, а вот этой банке, которая... Здесь у тебя. Вот оно чего. Типа катализаторы усиливает, да, и все такое. Ну круто. Мне очень нравится. Окей, мы хотим отхилиться, а потом пойти добраться до стрелка. Кто рядом с ним стоит? Подрывник, да? Подрывник взорвался. Ай-яй, ты забыл написать команды в описании канала? А, я сегодня не успел. Сегодня в магазин ездил за этим, за порошком протеиновым для тренировок. Я сегодня сделал с утра эти видосы, нарезал, залил вчерашние видосы на YouTube и поехал в магазин. Походил по магазину, посмотрел, что там... Я что-то давно не покупал ничего интересного. Пытался просто найти обычное суфле. Женя захотела суфле. Я пошел в кондитерский отдел. Там есть все, что угодно. Там есть торты такие, торты этакие. Торты там, я не знаю, 100-500 видов тортов любого, на любой вкус и размер. И тирамису, и какие-то эти фруктовые, и с заварным кремом, и зеленые, фиолетовые, пьяные, вишневые. Все виды тортов. Миллиард. Просто суфле нету. Обычные торты уже никто не делает. Что обычный торт суфлешка. Чего, сложно что ли сделать? А, у нас, кстати, устойчивость к проклятию. Йоу. Значит, можем сделать так. Ох, задоджить при этом. Теперь сделать. Так. Так. Бум-бум-бум. В итоге, чтобы я вместо суфле купил такие, типа... Суфле-творожки в баночке. Ну, не знаю, прокатят они или нет. Надеюсь, что прокатят. Окей, это хилка на 13. То есть мы ровно на фулл хп сейчас выходим. Стоит ли мне вот этого парня запинывать? Что-то не похоже на то. Может быть, после того, как я открою сундук? Йоу, синий шмот пошел. Добавка. О, кстати, о еде. Использование всех банок плюс один. Всех банок. Круто. Очень круто. Эту банку я не особо хочу использовать. Билд на банке, да.
Остается на боссе? Не знаю, не знаю. А как же банка, которая массовый урон световой делает? Правда, теперь там светового урона нету. Ну, я рульну, я поищу нам действительно настоящие хорошие предметы. Опять же, задача этого забега уже пойти посмотреть на новые лейт-гейм предметы. А то мы наэкспериментировались, всякого трэша набрали. Семя битвы снижает защиту существа при каждом ударе. Ну, это весь урон. Вообще весь урон. Очищение. Эффекты исцеления плюс один. Это щит. Дает две защиты, два здоровья, минус три наития. Ну, что такое щит? Очищение с банкой какой-нибудь на хил, да. А. Семя битвы. Весь дамаг. Тут ничего не могу сказать. Три наития я терять не хочу. Я возьму семя битвы. Теперь, если я апну нам защиту, будем пробивать всех. Этого чувака не особо. А, подожди, у меня здесь хилка на 13. Нет смысла его пару раз не ударить. Знаете что? Пинаем его. А, он же урон получает от ритуального одеяния. Отлично. Омут душ. На всякий случай. Ледоруб. Пустой слот. Нет, оружка не пустой слот. Маскировочная кожа не пустой слот. Ледоруб мне не нужен. Нет, дай мне хилку. Маску плохо утилизируем. Но... я не просто ж так ее плохо утилизирую. Я... эта штука может взорваться нам в лицо, а? Знаешь что? Обойди ее. А может взорваться в лицо из-за маскировочной кожи? Окей, статы. Не урон. Этими банками можно похилиться. Там еще банка. Много банок вообще на этаже. Ага, наконец-то. Окей, берем 4 защиты. Кадила не берем. Ну его в баню. Кровавый ритуал. Он такой медленный. Колготки я менять отказываюсь. Поищем носки к колготкам. Ложка, иди в баню. Был шанс. Черный опал сейчас даст 1, 2, 3, 4, 5 наития. Не то, что нам нужно. Повязка, пустой слот. Добыча. Свиток. Уничтожает предмет, живой сундук. Приносит 50% душ от их стоимости. Что? Это очень круто. Находишь легендарный сундук, который 160 душ. И просто его вот этим боньк. Пожалуйста. 80 душ с куста. Блин, сижу, втыкаю, ничего не понимаю. Варлока слушаю. Сложная игра. Да, у нас обычно раньше, если мы играли в Ring of Fate, мы его всегда играли в третьем слоте. Поэтому его в начале стрима непривычно видите. Многие с ним не знакомы. А просто смотрите, разберетесь. Здесь потихоньку все станет понятно. Мы, наверное, еще одну игру поиграем. Я думаю, что мы сейчас еще немножко поиграем. Посмотрим обзор, посмотрим этот обнову. Забег доиграем и пойдем в Legend of Keepers. Думаю, что мы сделаем так. Как-то вот так вот. План. Но забег я хочу доиграть. Я хочу хотя бы выиграть здесь. Мы, конечно, обнову хорошо посмотрели в плане. Повеселились. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Но... на победу, а то как-то... как-то не солидно. Проклятая хилка. А, у нас же устойчивость к проклятию. Да-да-да. Окей. Автохил на фул. Это автокил. И...
Здесь могу получить еще плюс 2 максимального здоровья. Оно того стоит. Так, так. Банку потихоньку расходуем. Поехали. Есть свиток, который на шару открывает сундук. Жесть. Сколько они всего интересного добавили. О, кстати, смотрите. За счет первого удара сразу ваншот пожирателя. Бум. Вот это круто. Вот это очень круто. Окей, сюда направо. Взрываем лутбокса. Сюда идет подрывник. Мы хотим этого подрывника завести. Вот сюда. Мы хотим пройти направо. Сделать здесь одну атаку. Еще одну атаку и пройти направо, чтобы те двое друг друга взорвали. Отлично. Ой, господи, пёсель. Зов птенца призывает случайное существо из гнезда. Что? Окей, это надо потестить. Я не знаю, что это значит. Но я хочу знать. Это жесть. Какая-то случайная суть. Странные вещи творятся в датском королевстве. Окей, я здесь взорву лицом. Но у нас хилок много. В частности, вот эта большая хилка. Это проклятие тоже блокируется. Давай мне еще скорости. А тебя я взрывать не буду. Хилка. Хилка. Обычные предметы, ну, в принципе, пригодятся. Знаете что? Я использую свиток добычи здесь. Получу только 10 душ, но я хочу узнать, что такое призыв птенца. Оно призвало песика. Я не знаю, зачем это нужно, но да. Наверное, нужно. Чтобы килл получить. Что это такое? Вопрос на миллион долларов. Чтобы гладить песиков, кстати. Хорошая идея. А для ачивки на песиков. Блин, лутбокс сбежит. Смотря где выход, да? Берем 4 защиты. Окей. У нас здесь много подрывников. Знаешь что? Этого подрывника взорвать. А, там пожиратель идет. Пожиратель, ты гад. А это не пожиратель, это вообще заяц. Пофиг, атакуем его. Теперь хилку. Теперь килл здесь. Мне нужен этот лутбокс. Как мне до него дойти? Поменять одно существо на другое тем свитком? Может быть. Поражение. Защита существа нейтрализуется в 3 поединках. О, хаос. Так, стойте. Он сбежал. О, смотрите, что у нас есть. Фиол сундук. Жуткая кукла. Плюс 3 карты в подземельях. А эта кукла уже была. Но ее перерисовали, ей волосы добавили. Она лысая была. Окей. Но фиол предметы новые мы еще не смотрели. Точка замерзания. Минус 3 атаки. 3 скорости, 2 здоровья. Заморозка существ со здоровьем ниже 25%. Ну,
немного бесполезно. И ролим. Кукла уже была, ищем что-то новое. Килд воин уже был с устойчивостью к проклятию. У него 4 атаки, 10 крита. Неплохо. Ой, ну амулет из трофеев. Так хорош, 40% устрашения. Я его беру, опять же, задача сейчас стоит жить. Жить и не сдаваться. У зайца скорость 14. Ах ты, гад. Защита минус 1 у зайца. Я не знал, что у него такая. Защита маленькая. Потрясение, хаос. Я бы хотел в хаос пойти, но у меня так мало здоровья. За 8... Я зайца, кстати, не убиваю. Что он меня запинает. А, кукла стала эпическая, была обычной. Ну, не знаю. Но кукла была веселая. А, может быть, это типа усиленная версия старой куклы. Может, осталась и та, и другая кукла. Может, теперь две куклы. Потрясение очень плохо, там стрелки. Окей, мы сделаем так. Пойдем в хаос. Попытаемся не умереть здесь. Пилка слева. Окей. Делаем так. Вот налево. Мы живы. Большая хилка. Хаос сейчас все будет всех трансформировать. Первая атака у нас критом пойдет. Нужно это учесть. Ну, крит на вот этого парня пойдет. И смотрим на трансформации. Мы можем запинать здесь изи. Шипастого. Змей поменьше желательно бы. Много стен. Стены не проблема. Жмеи. Окей, по-моему, трансформации закончились. В хаосе, чуваки. А, у кого меньше скорость, мы, кстати, устрашаем. Отличная информация. Я забыл уже. Устрашение очень хорошо. Немного урона взять еще. И с каждой атакой мы снижаем, кстати, защиту. А, у тебя скорость 18. Этот чувак нас устрашит. Морковка, привет. Мне кажется, или внешний вид этажа изменился? А, я не знаю, как-то никогда не обращал внимания на это, на задники. Может быть. Окей, тут очень плохие враги остались. Ну, две змеи. Это минус 12 здоровья. Ну, кстати, можем себе позволить так, потому что минус... О, додж змеи, это круто. Ну что, у нас есть хилки. И здесь мы за счет устрашения в порядке. И еще один килл. Но этого чувака нам никак не убить. Так что просто уходим отсюда. Легкая дымка нейтрализует дальние атаки. 5 использований. Щит с шипами. Я очень люблю щит с шипами. Окей. Он может нас убить. Против подрывников он не очень хорош. Его бы желательно с тем нагрудником. Но нагрудник, блин, пофиксили. Нагрудник тоже уже не вариант. Щит с шипами отражает 5 урона при отражении удара. Проблема в том, что если... Если ты проходишь мимо подрывника, он тебя бьет, взрывается сразу тебе в лицо. А если ты ядовитый подрывник, сливай воду. Просто не ходи через них, лол. Да. Если бы все было так просто, да? У него статы супер хорошие. Вся защита. У нас урон будет. Щит шипами выносит все. Дымку можно взять, но с другой стороны... не могу я брать щит с шипами. Очень уж он рискованный, а я прямо иду на победу. А, вон и подрывник, кстати, ядовитый. Вспомнили. Вот он. Вот через него было бы не пройти.
Я бы не мог сделать здесь хитрый маневр. Такой. Бонь. Ну, мог бы, окей, но ну, если бы вдруг надо было проходить через него, то фиг там. Он еще один подрывник. Надо за ним следить. Так, я не вижу здесь опасных врагов, поэтому я кину на змею капкан. Доджим подрывника. Следующий пункт — это сделать минус стрелок. И теперь спокойно защищаем этаж. Мы с этажа очень хорошо выйти должны. Как минимум с одним максимальным хп дополнительным. Оп. Что-то шипастые часто теперь превращаются, нет? Может, так и было. Сделаем килл здесь, здесь. И фиол сундук сейчас будет еще один. Чуть-чуть не хватает от хила. Может быть, найти фиол в сундуке? Универсальный набор. Новые штаны. Разрушительная сила снижает полученный поражающий урон на 1. Все круто. Какая у нас самая высокая характеристика будет? Защита, да? Нет. Да. ХП. Универсальный набор просто... просто крут. Просто очень-очень-очень крут. И он дал нам... Пустнем? Зря. Хотел сказать, дал нам плюс один максимального ХП заодно, но... За счет маски, но... Да, я мисплеил. Новая комната. Клик. Агрессия, новый путь. Здрасте. Зубастики. И этот зубастик. И этот зубастик. И этот зубастик. Атака. Через три хода. Зубастик атакует. Этот зубастик атакует сейчас. Зубастик. Привет. Что ты скажешь? У тебя какая скорость? 14. 50 на 50. У нас есть для тебя этот так-то. Во-первых, минус защита, а во-вторых, устрашение потенциальное. А теперь зубастик атакует еще один, да? Вот, в общем, он три хода зубастики активируется, потом начинают атаковать. По 100-500 атак в ход. Весело у них тут, у зубастиков. Устрашение — это такая сильная штука. Грустный и веселый зубастик, да. А он еще один идет, смотрите. Они каждые три хода прыгают, типа, на тебя. Какие милые зубастики. Такие няши. Класс. О, прорицание, привет. Ты вовремя. Слабость. Новый свиток. Фиолетовый. Защита передних карт минус 15. Да. Минусуем защиту. Без смс. Регистрация. Варлок, есть шапка, которая дает тебе неуязвимость, но твоя атака не должна быть больше защиты. Дает неуязвимость, но атака не должна быть больше защиты. А в чем тогда смысл? Интересно, конечно. Окей, змея не даст достаточно, чтобы открыть фиол сундук. К сожалению. В долг не дают. Щит, защита от яда. Так. 2 защита, минус 2 скорость, 2 наития. Отражение блокирует наносимое отравление. О, а вот и билд на шипы. Ну, типа. Но все равно хорошо. Ты что? Бездыханный силок. Силок. О, яд. А, ну знаете что? Против подрывников не сработает. Да, против подрывников будет без разницы.
Дайте мне 4 наития. Потому что он меня в путы запутал. Вроде нет. Да, запутал. Написано 2 путы. То есть я не могу пройти? Могу. Я не могу идти направо. О, нет. Вау, силок блокирует тебе ходы направо. Это на самом деле очень опасно. Казалось бы, просто направо. Но ходами направо и налево ты маневрируешь в этой игре. Звучит как F. У нас устрашение есть. Так-то. Еще есть минус 15 защиты ему. Вообще-то. Так-то бы пошел в баню этот силок. У него нет скорости. Так что никаких эфов. Эфы сегодня отменяются. Это круче, чем блокировщик, потому что ты даже от него отходишь, если... Или... Я думаю, что даже если ты телепортируешься, все равно на тебе эта штука сохранится. Йоу, щит полностью убивает змей. Ну, в том смысле, что змеи с ним ничего не могут тебе сделать. Исполнение желаний кидает не туда прорицание. Еще один фиол, да? Или уже копить на открытие леги? Эй, у нас так много белых предметов, можно еще фиол взять. Рокировщик, а, не хочу, я хочу выиграть. Проныра хорош, хорош. Неудача незаметности гарантирует незаметность в следующий раз. 10 крита. Ну как хорош, он нормальный. Не имба. Венец наития. Все такой же трэш, как и был. Дает минус 8 наития и удваивает наития. В нашей ситуации он на самом деле... У нас найти сейчас с ним в ноль выйдет. Так что его можно взять. И в будущем все наития будут удваиваться. Это тот... Та ситуация, когда венец норм? Я не знаю. Или ищем новые предметы. У меня мало осталось этих. Да мы рокировщика не можем взять. Я не могу с ним играть. Мне мозг плавится. Мне нужны боевые предметы, я думаю. Что-то сильное в бою. Типа ледяного щита. Заморозка при отражении удара, это кайф. Теряем много скорости и теряем устойчивость к яду, но... Можно повязку на глаза взять. 4 атаки, 1 защита, минус 2 скорость. Устойчивость к устрашению. В этой игре теперь больше устрашения. Знаешь что? Этот, повязка пойдет. Норм. И белые сундуки не нужны. Так, я перекресток, исполнитель желаний, передышка. Нужен мне исполнитель желаний. Исполнитель желаний, туда отдаешь прорицание и освобождаешь слот. Но... Открытие всех карт хорошо. Пойдем перекресток. Повязка, не вижу проблем. Агрессия, там были эти. А, новая штука, надо тестить. Агрессия, это пиявки. Пиявки не были опасными, но новое что-то. Стратегический удар. Так, а ты что такое? Белая штука. Белый слизень. Белый слизень, опарыш. Он просто сильный, да? Ничего лишнего. Просто большой мужик. Там он еще... Ой, господи, отшельник. А, это мужик в раковине. Тоже просто сильный мужик. В общем, стратегический удар здесь просто все сильные. Никто не ходит. А, нет.
Устойчивость к наносимому урону и эффектам, когда находится слева. Отшельник. Он прикрыт раковиной с одной стороны. Он с одной стороны блокирует урон, как щитом, типа, ну, раковиной своей. Класс. О, пузырек. Восстанавливает здоровье при использовании. Ну, мы это будем брать только в крайнем случае. У меня все-таки амулет хороший. Значит, подойдем к нему справа и все. А этот блокирует справа. Интересные мобы новые. Очень интересные. Вот, теперь этот обычный стал отшельник. А вот этого мы не можем пробить. Мне надо обходить с этой стороны, пробивать опарыша. О, с устрашением и минус защита — это не проблема. Теперь проходить сюда. Это от чего я урон получил? Чем я урон нанес? Стоп. Чем это я дамажу огнеулия? Он сейчас мне в лицо взорвется, и я умру. А, их можно обходить, вы правы, да. Призрачный доспех. Ага, все. Так, нам не надо атаковать. Могу ли я бить так? Окей, выстрел не туда полетел. Т-тактика. И вот теперь мы обойдем и запинаем его. Хитрый тактический маневр. И теперь нам доступен еще один фиол. Кристалл, но... Кристалл хорош, но не то, что нам нужно. Семя битвы меня устраивает. Весь урон дает в итоге. Друг живого сундука. А, как он крут. Теряем маску жажды, но это 4 наития. И это все предметы в начале подземелья. То есть ты заходишь в комнату, и там сразу все хилки лежат, все лежит. Заменит маску жажды, но мы ее особо не используем. Броня тоже крута. Но друг живого сундука — это возможности для маневра. Понимаете, броню, да? Броня крута. И ритуальное одеяние нам, ну, мешает, честно говоря. Броня очень хороша. Мы же за победой идем, да? Духовная пища. Новый свиток, синий. Наносит 5 духовного урона цели. Убийство дает двойное количество душ. О-о-о. Так, я вижу большого подрывника слева. Я не хочу умирать от вот этого парня. Ты чего, констриктор? Когда ты так сильно бить научился? У него 8 пробивного урона, а? Так, вопрос. Где мне взять хилку? Хилка вон слева лежит. Мимо констриктора просто... У нас 80% шанс блока констриктора. Но 80% это сейчас будет ролл опять на... Опять мы сейчас ролим 80% и падаем, если не ролим правильно. Можно лутбокса запинать? Нельзя. Потому что пришла пиявка, про которую я забыл. Теперь еще лучше. Теперь мы 60% ролим. Потом нас все равно застрелят.
Похоже, что мы в итоге все равно будем 80% ролить. А надо было брать друг живого сундука. Но нет. Теперь ход налево ставит нас рядом с двумя подрывниками. Для меня самый лучший ход это сейчас проатаковать пиявку. Что если я прохожу сейчас направо? Получаю один урона от выстрела. Если я атакую... Я их прохожу направо, выстрел. 2-3 хп. Налево нет смысла. Если я прохожу налево, я стою между двумя подрывниками, один из которых взрывается на следующий ход. Это автолуз. Ты не можешь задоджить их. Иммунитета ко взрывам у нас нету. Да? Да. Заморозки никакой нету. Атака по прямой 60% блок. Ну справа. Куда я вообще пойду? Справа не хилок, ничего. Слева еще один подрывник ядовитый. Если я атакую прямо, этот начинает взрываться. Потом не надо проатаковать, а потом пройти. Черт, в зубастик. Ну, додж сработал. А теперь мне надо доджить два раза, да? Потому что он делает две атаки. Ну, мы заблокируем изи обе. Как я и планировал. И теперь мы проходим направо. Атака? Или проход? Зубастик будет идти за мной все время? Походу? Да. Вообще-то мне надо здесь налево идти, а не направо. Потому что направо я иду опять к этому чуваку, которого снова надо будет доджить. Там лутбокс? Мы его, кстати, не шотаем лутбокса. Слева хилка есть, вон там. Атака. Поменяются ли они местами во время атаки? Если я протакую. Ну. Нет смысла не атаковать, да? Они поменялись местами. Окей. Значит, я могу проатаковать лутбокс, а он через один ход пойдет дальше. Мне нужно доджить через лутбокс здесь. Чтобы он не сбежал. Потому что если я его атакую... И он дальше переходит направо. Если у меня не вылетит крит 9%. Тоже неплохо. Ну вот это, конечно, делать нельзя. Стоп! У меня же щит. У меня щит блокирует яд при... Когда я блочу, но не при взрыве. Ай-яй-яй, защита от яда не работает здесь. Какая-то версия? Это сегодня вышел апдейт.
По-моему, здесь вот пройти направо — это самый надежный вариант. А там стрелок. Прохожу направо, подрывник идет за мной и взрывается. Налево. Еще раз налево, 60% шанс. Здесь нужно ролить 60% снова. Два раза опять? О, нет. О, господи. Как я... Как он это делает? No luck, just skill. Чистый, чистый скилл. Никакого везения. Просто тупо на скилле затащил. Я не знаю. Не все так могут, что тут скажешь. Духовная пища, 5 урона. Убийство дает двойное количество душ. Есть проклятая хилка здесь. Ты сколько душ даешь? 7. У меня есть 72. Если я убью эту штуку, смогу еще один фиол открыть. Книжка заморозки, yes. Она крута. А вот это не стоит рисковать, да? Варлок Чаджгут. А нет, Чаджгут. Спасибо большое. Хороший чат, горячий. Окей, теперь мы не можем проиграть, правда. Мне нужно выигрывать, потому что меня не простят. Я не буду брать проклятую зельку. Слишком много везения подряд. Перчатки на отпор, да? Ну, что, денег нет? Перчатки на отпор так сильные. Они просто бомбовые. Так, свиток заросли обездвижит всех существ. Всех? В смысле, всех, 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 всех? Что-то очень круто. Окей, у нас охотники здесь и... Ничего, ничего особенного. Короче, это этаж охотников. Да, охотники и зайцы. Охотники и зайцы — это не страшно. В теории. Там чего слева идет? Тем бить не будем. Заморозку я экономлю на случай вот чего-то, что, типа как было до этого. Я не буду заморозку просто направо-налево тратить. Если будет что-то вот как тогда, мы тогда ее применим. Или на вот таких больших чуваков. Но, кстати, мы делаем автокилл, потому что, хотел сказать, на нас яд не работает при блокировке. Очень странно, что он сработал. Так, стоять. А блокировки нету. А почему я не блокирую? Она украла! Она украла мою прелесть! Ах ты собака. На, крита. На еще атаку. Небольшая слизина ворует, я забыл. И как раз украла, блин, штуку хорошую. Хотя я не понимаю все равно, почему у меня исчезла эта блокировка при... Блокировка яда при отражении удара. Окей, всех завалили. Все норм. Так, дайте мне скорости еще. Здесь не сработает. Здесь можно заморозку применить. У меня хилок нету. Вон есть одна проклятая хилка. Пойдем на нее посмотрим. О, посмотрели, хорошая хилка. Здесь килл. Эти ребята не стоят того, чтобы на них заморозку тратить, да?
Теперь я могу пойти соратников. Синие сундуки мне не нужны, я думаю. Поэтому пошли к соратникам. А, если мы идем к соратникам, там хилки. Нет, хилки могут нам максимально их подавать. Ага. Сэм. Тебя ждет награда при одном условии. Утоли жажду крови, сохранив хладнокровие. Сэм Козлина. Ну, хочет, чтобы мы убили песиков. Когда Сэм, здесь нету хилок. Что такое? Куча душ. Убить Сэма и всех зверей ачивка. В этом апдейте добавили ачивку? Потому что все старые ачивки мы сделали. Окей, если что, это чат виноват. Все претензии к чату. Они меня заставили. Смотрите, что делается. И все, все на ваших. Где ачивка? Капец, чат, вы ужасные. Просто ужасные. Я не могу поверить, что вы это сделали. О, вы видели этот свиток? Он путы на всех сделал. Он на всю карту путы делает. Это очень сильный свиток. Потому что путы еще, кроме того, что замедляют, я так понимаю, что они... Так, этого парня надо поосторожнее быть. Путы, кроме того, что замедляют, они еще и снимают 50% от атаки врага. То есть, чуваки еще начинают намного слабее бить. Мы зачистим всю эту богадельню. Надо свиток заморозки переставать экономить. Ну, конечно, использовать его на чуваков, которые не 0 урона наносят. Вот здесь можно свиток заморозки. Здесь устрашение. Изи. 80% блок. С другой стороны, куда я экономлю? А, вот куда заморозка нужна будет. Так. Ты украл 12 душ. И украдет еще сколько-то, если я его обойду. Можем мы его запинать? Бьет на 5. Скорость 13. У меня скорость меньше. Устрашение на него не будет работать. По-моему, оно того не стоит. Пойдем отсюда. Я будем считать, что эти души ушли. Очень жаль, но... Слушай, он крадет и крадет. Как он так все крадет? Украл половину предмета. Не кликнуть лишний раз по шпастому. Счищаю. Теперь я буду копить, наверное, на леге. Я чувствую, что легендарные сундуки уже близко. Точка замерзания. Фиолетовый камень. Минус 3 атаки дает, 3 скорости, 2 защиты. Заморозка существ со здоровьем ниже 25%. Честно? По-моему, прорицание лучше. Мне больше нравится.
меня так много белых предметов с другой стороны. Может открыть один синий сундук? Перчатки, тапки. Че у меня такой трэш по шмоту? Знаете что, дайте мне этот синий сундук. О, собачья лапка. 4 наития. Будет плюс 6 к наитию, 4 хп. Скорость потеряем, правда. О, проклятая палочка очень веселая. Вкусные бобы, почему бы и не взять вкусные бобы? Чупа, привет! Окей, соратники, засада. Засада с шипастыми — это смерть. Соратники все еще готовы мне довериться? Или они ловушку на меня устроят теперь? Интересно, создание выхода работает в засаде или нет? Засада смерть, когда у тебя шипастые там попадаются. Или худосочи. Худосочи тоже могут быть. Мы идем за победой. Я не буду рисковать. На данном этапе засада может кильнуть тебя. Окей, нужно быть совсем монстром, чтобы снова убить соратников. Просто так. Даже когда Сэм не просит. Это вообще... вообще никуда не годится. Что, чат, говорите? Убей их? Убей, там еще одна ачивка. Там ачивка, если два раза подряд убить. Там три ачивки. Жесть. Ну, чат, смотрите. Где мои три ачивки? Я не могу в это поверить. Вот вы кто. Ледозвери все. Ужасные. Плюс души, минус совесть. Особенность. Хладнокровие. Защита повышается при заморозке. Ледозверя повышается защита при заморозке. Давайте его не будем замораживать. Че, просто мужик, который типа с защитой от заморозки, что ли? Ну ладно. Окей. У нас очень сильный забег идет. Использую заморозку, потому что я себе не верю. Я никому не верю, но себе в особенности. Ключ открывает сундук. Вау! Я увидел эту штуку, про которую мне говорили. Свиток, который тупо. Тупо открывают сундуки. Жесть. Как минимум это 75 душ здесь и сейчас. А может быть в будущем и поболее. Подожди, с тобой я зачем так дерусь? Сколько у тебя блок брони? 26. Зачем я этого чувака бью? Не знаю. Почему нет? Там новый чувак, там новая штука. Вот это анти-мисплей. Как он? Посмотрите на него. Позважаль. 8 урона при броске. Короче, позважаль — вот это реальная защита от мисплеев. Если ты подходишь, и она атакует типа через одного, то есть она своих союзников защищает. Если ты задумаешься и просто сделаешь клик-клик-клик, на ней можно очень быстро слиться. Вот бокс сбежал. Ой. Так, ну чё, ключ будем тратить здесь? Святыня отказа, засада, перекрестки. Я открою один фиол. Бронзовый лист так-то крут. Прорицание тоже круто, но... бронзовый лист — это старый предмет. Не новый. Но 10 крита, 10 уклонения. Клаптрап, спасибо тебе. Спасибо тебе за донат.
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Ты был избранником. Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним. Восстановишь равновесие силы, а не вернешь ее во мрак. Да. Да, чат, про вас. Обжорство. 3 атаки, 5 наития. Защита до здоровья выше... Плюс 5 при здоровье выше 50%. Прикольная штука, но у нас хорошая броня. Импульс. Ожерелье новое. 2 атака, 5 скорость. Минус 3 наития, ага. Так. И чего тут нам за это дают? Отпор при следующем ходе после обхода существа. Сложно. Очень сложно. Щит с обходом блокаторов и 8 хп дающий. О-о-о, оборотный посох. Оборотный посох — это фан. Трансформация атакуемой цели 25%. Чертовски весело. Я открою этот сундук ключом. А, вот смотрите. Проводник света. Окаменение 2 всех существ, когда игроку наносится урон. Ну чё, потестим проводник света новый. То есть раньше это был световой урон, теперь это окаменение. То есть они в принципе похожи, но давайте будем тестить его. И в засаду тогда можно с ним пойти, с заморозкой. Зачем свиток тратить? Ну, если выпадет другой свиток, у меня пустой слот. Святыня отказа даст камень на хилку, но я уже взял этот камень. А, хочу ли я теперь рискнуть с засадой? С оборотным посохом, наверное, да. Оборотный посох, что может всяких шпастых законтрить. А может, может и убить нас. Слышите, как он разговаривает? Нам нужно шпастого прежде всего. Изи килл. Изи лего. Йоу, новая лего. 2 новых леги. Так, какой-то шипастый ошейник. Случайная жертва. Минус 4 атака. Ах. 4 скорость, 2 здоровья. Масс урон плюс 15. А просить плюс сколько? Масс урон разрушает предметы, сундуки, улучшения, характеристика зелья. О-хо-хо. Вау. 15 масс урона, это весь урон. Надо просто очень аккуратно играть, да? Все будет норм. О, ну какой предмет интересный. Прыгун. 4 скорости, 4 наития. Проход мимо невредимых существ при атаке. Ну, не знаю. Типа, если ты атакуешь чувака с полным здоровьем, ты будешь проходить. Мне кажется, что случайная жертва очень сильна может быть. 15 масс урона. Это что, бред-то? Это весь урон. У нас хороший амулет, согласен. Окей, поищем что-нибудь другое. Тоже все было. Нестабильность просто сильная. Атаки вызывают случайный эффект, она очень сильная. И дает как раз скорость, которая нужна с ней. Ладно. Возьмем скучную нестабильность. Жертвенное одеяние. Целебное зелье приносит плюс 3 максимального здоровья вместо исцеления. О, какая интересная штуковина. Очень интересная. Это нужно бы пораньше. Так-то это поздновато. Очень странно, что она идет как лего. Ну, к ней нужен какой-то отхил.
к ней нужен хороший отхил, книжка на отхил, камень на отхил, что-то, короче, шапка на отхил. В общем, что-то на отхил, и это будет супер сильно. Но тут перчатка силы, это автопик. Вместо первого удара, первый удар поработал отлично, но теперь у нас очень много... Теперь у нас очень много крутого. Окей, автозаморозка. Окей, мы живы. Бывает и такое. О, два подрывника справа. А что? О, какой этот песик будет ко мне во сне приходить. Смотрите на него. Привет, Корсив. Окей. Так, ну там слева идет кто-то. Идет охотник один. Но охотник это не страшно. Ну как не страшно, у меня 2 хп. Я могу сбежать в терпение, но я не думаю, что я в терпении выживу. Все делаю хоть направо. Начинает взрываться. Налево, налево охотник. Подождите, направо. Направо, направо, взрыв, я мертв. Заморозки нет. Шмотка. Ну что, шмот? Подождите, ход направо лучше, чем вещь. Направо, потом шмотка. Точно. Теперь шмотка. Потом налево, да. Вот так. Фух. Весело у вас тут. Мы ролим, это все старые предметы неинтересные. Темная кожа, новый предмет. 5 крита, 10 уклонения. Вероятность незаметности плюс 10%. Вау, какой трэш фюл. Вместо этого я возьму ледяной щит, который с пивом пойдет. Да? Ледяной щит не очень крут на этом. На... Сыче, если мы на сыча пойдем. Если мы возьмем ледяной щит, нам нельзя идти на сыча. Нам нужно идти на этого. На тьму. Сыч легче. Наверное. Может, новый сыч им пища, я не знаю. Щит защита от яда, блин, намного спас хп. Тут я ничего не могу сказать. Поэтому не особо хочется его менять. Венец наития работает. Венец наития дает нам плюс 4 наития. И устойчивость к устрашению мы теряем. Ну, она, не знаю, насколько она нужна. Теряем 4 атаки от повязки на глаза. Фазовый переход дает 10 уклонения, но вот это вот, конечно... Вы думаете, по фазовый переход столько раз нас убивал? Я ему не доверяю. Вау, нам, короче, мы просто сейчас все деньги проролим. Что-нибудь, пожалуйста, в слоты, которые у меня не с фиолом. Плащ одержимого. Уклонение накладывает проклятие 5 на атакующее существо. Фу, 20 уклонения? А вот это сильно. Рыцарские штаны, я даже ничего не хочу сказать. Окей, 5 защиты, я не знаю, стоит оно того, но 20 уклонения? Минус вся броня, но 20. Ребят, 20 уклонений это много. Минус вся броня, правда, да. Енот, некромант,
Ага. Мы его поймали. Он вернулся. Спасибо тебе, Ти-Джой. Спасибо огромное за 6 месяцев подписки. Привет, Ти-Джой. Тот самый Ти-Джой. Спасибо тебе большое, Ти-Джой. Еще кто-то? Best Gju. Спасибо большое тебе за подписку. За 3 месяца подписки. Спасибо огромное. Большущие. Привет от зрителей из Ютуба. И зрителям на Ютубе привет. Привет, зрители на Ютубе. Спасибо большое, ребят. Ти-Джой, как мы поймали? Привет еще раз, Ти-Джой. Еще и вожжок 2000 монет. Чат загорелся. Вот. А, вот мы его видим. Мы очень, очень рады тебя видеть. Надеемся, что ты будешь стримить в ближайшее время. И будет круто, и мы к тебе в рейд придем. А, опять те же предметы! Нет, я передумал. Где? Что это такое? Я думал, сейчас, если Ти-Джой пришел, удача придет. А получилось наоборот. Знаете чего? Нет. Забирай обратно сапку. Что это за предметы? Дай мне лучше нормальных предметов. Ну чего это такое? Как с этим работать? 160 душ никуда. Капец. Сломал. Пришел и сломал забег. Проиграть можем. Нам нельзя проигрывать. Ти-Джой отснял ежегодную норму. В общем, мы тут стримим. У нас тут новая обнова на рогалике. Там еще Legend of Keepers в релиз вышел. Я не знаю, играл ты в Legend of Keepers или нет, но он так хорош. По-моему, ты играл в Legend of Keepers. У меня все в голове перепуталось. Но Legend of Keepers супер крут. В релизе стал еще лучше. В ранней версии играл. Окей, она вышла в релиз, короче. Сам докладываю, вышла в релиз. Мне очень нравится. Ну, у меня предвзятость, конечно, мне все рогалики нравятся. Но она мне очень нравится. Окей, здесь я возьму 4 атаки нам. О, худосочи пришли, наконец-то. Я за ними... О, лягушка. Я, кстати, забыл. Зря я взял трансформирующий посох, потому что... Вообще-то это не очень круто, то, что мы теряем постоянно души из-за трансформации врагов. Да? Keepers... Когда мы в Legend of Keepers играем, то у меня стойкое ощущение, как в третьих героях. Еще один ход, еще один ход. Вот Legend of Keepers одна из игрушек, которые давно у меня вот этого не вызывали, когда хочется еще один ход сделать, еще один ход сделать, еще один ход сделать. Мы с вами каждый раз сидим до последнего. Ну давайте еще один бой. Ну что там в следующем ивенте? Вот Legend of Keepers примерно такие ощущения вызывает. Давно такого не было, так что мне нравится. И делаешь, и еще один ход, и еще один ход. С каких-то пор у переносчиков 16 скорость. Что за жесть? Я могу запинать вот этого парня. У меня есть заморозка и проклятая зелька. Проклятая зелька 69% шанс. Да, вот Keepers это как кнопка удовольствия. Клик-клик-клик-клик. Okay, у меня есть терпение. Необычное. Терпение идти. Я не думаю, что нам есть смысл. Этот чувак ничего не украл. Он даст 2 души. Его нет смысла пинать. То есть единственное, кого можно пинать, это переносчика. Но... Мы запаримся его пинать. Даже с заморозкой. 12 урона, у него станет брони меньше при следующей атаке.
Но он того не стоит. Пойдем в обычную комнату. Окей, вот эта комната чистится легко. Killzone Red, привет. Окей, клик. Стоп, ты это что? А, это чувак, который в заморозке устойчив. Ничего страшного. Подрывники идут. Проходим еще направо. Бум-бум-бум. Есть килл. Как жизнь? Отлично. Так, штуку, которая трансформирует в лягушек посох, надо менять при первой возможности. Он нам очень не нужен. Свиток взрыва, класс. Так, так, так. Фиол. Я думаю, ты все-таки приперся. Ну что, придется его запинывать, этого чувака. Он украл у меня 12 душ. Мы не можем этого позволить. Никто не крадет у меня 12 душ. Клаптрап, спасибо тебе за донат, сердечко. Спасибо большое. Посох, это Вабаджек? Ну чего теперь, у Вабаджека иммунитет к сбрасыванию? Не-не-не-не-не, у нас тут все честно, все. Если ты дурацкий посох, ты отправляешься в сброс. Передышка. И все. Есть передышка. Перед передышкой можно затыкать этого чувака. Но передышка даст нам максимальное хп. И... Можно взять еще защиты. Что я делаю? Разрушить проклятие станет... Проклятие станет сильнее. Представь свою жизнь вдали от теней. Ох, тяжко. Очень, 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 очень. Философский цыч. Так, у меня два охотника слева и все, да? Ну, как, у меня не только два охотника слева, у меня много. О, пожиратель справа, окей. Паника, быстро направо. Не трогай меня. Не трогай меня, дурак. Окей, возможно, пожирателя придут заморозить. Мы, наверное, не успели. Мы успели в каком-то смысле. Надо просто не дать ему сожрать никого больше. Отлично. А почему я замораживаю? А, потому что рандомные эффекты накладываются. Точно. Масс урон работает. Двое стрелков, а? Опять пожиратель. Ёпперест, бежать, Маруська. Ты! Был пожиратель. 300 душ. Неплохо идем, я бы сказал. Плюс 5 статов, а? Да, давай мне 29 защиты. И... Фиолы я не буду открывать все еще. Хотя порезали количество... С другой стороны, очень порезали количество лег. Есть реликвия Берсерка, еще одна на устрашение. У меня будет 3 предмета на устрашение. Фулл комплект на устрашение. 3 раза по 40%. Но я потеряю 4 скорости, а устрашение без скорости просто не работает по своему принципу. Выносливость на обход блокаторов на сыче очень хороша. Камень? Не-е-е. Мне нравится проводник света. Да. Любитель ядов, новый шлем. Урон от отравления не выше 2 заход. А вот это уже может контрить подрывников ядовитых. И берем отравленный меч вместо посоха. Посох надо сменить. Я забыл, что он теряет души. Святыня жертв. Это души за урон, да? А что-то шмотки дает какие-то, по-моему. Но у меня 18. У меня очень мало хп. Где мое хп, а?
Почему у меня нету здоровья максимального? У меня много предметов на минус. Окей, нам нужно что-то большое на максимальное ХП попытаться здесь найти. Если получится. Если не получится, ну, значит не получится. Кому сейчас легко, да? Только подумал, что можно, кстати, так-то и помереть, если вот такие маневры делать резко. Досочи всякие. Досочи и килы. Но у нас сильный билд. Вопрос. Тьма или Сыч? Если бы мы были в старой версии, я бы сказал, наверное, можно и на тьму пойти. Но я не знаю, какая сейчас тьма. Мы все-таки ищем победу. Я ищу победу. Что? Свиток. Лягушачий ритуал. Призывает одну лягушку за 10 единиц наития. Максимально 10 лягушек. Окей. Хорошо. Допустим. Я... Не знаю, ничего, мне нечего сказать. О, у меня 23 скорости. Чего? Чё? Призвали лягушку. Маску поменять? Да, нормальная маска, чего? Сокрушительный бросок. Обход четырех карт слева или справа. Окаменение обойденных существ равно здоровью игрока. Вау. Хороший свиток. Лягушка, ты остаешься за главного. Самолетом на лягушек это 10 макс хп. Ну, если у тебя 100 наития, да? Поехали. Ой, свет. Свет, Сыч. Да, тьма это Сыч тьмой называется. Опрос? Что вы думаете? Тьма? То есть Сыч? Или свет? Свет? Здесь Сыч. Он в теории легче, но он такой хитрый. Думаете тьму, да? Ну ладно, чат, как скажете. Хотя свет тоже кайф. Все хотят на тьму. Наверное, заставочку давно хотели посмотреть с Сычом, да? Смотрите. В итоге твой выбор ссоров? В чем же причина такого раздора? Чтоб так предать, нужно быть подлецом. Узри же мое истинное лицо. Привет, Келлен. Келлен, а ты в Ring of Pain играл? Конечно, отлично. Мало ли, думаю, может, ты его пропустил. А вдруг? Какая игра хорошая. Окей, у нас Сыч идет. Он направляется к нам. Первое, что я хочу сделать, это сделать килл стрелков. Второе, это на самом деле не подбирать эти зелья и статы, оставить их валяться. Пойти за стеной. Потому что стены на Сыче это вот очень опасная штука, их нужно килять при первой возможности. Потому что будет проблема. Соскучился по саундтреку босса? Саундтрек босса хорош. Что, Сыч 700? Все так же ничего не изменилось?
Проходим направо. Теперь, если я взорву, сыча оглушит. Вопрос. Как бы меня так взорвать, чтобы самому урона не получить? Ни масс урона, ничего у меня нету, да? У меня есть световой урон при получении урона. Вторая штука сделать два светового урона по кругу. Там он хилка лежит, да? Ау. Рандомный эффект наложил заморозку. Упс. Так, рандомные эффекты накладывают заморозку. Окей, тогда нужно просто, чтобы этого не случилось, сделать еще раз, и чтобы заморозка в этот раз не прокнула. Оглушен сыч. И мы делаем раз, два. По-моему, на него можно три атаки сделать, но я не уверен, честно говоря. По-моему, три атаки норм, да? Да, ты делаешь три атаки, а на четвертую ты уходишь. Или четыре можно, пока он не проснется. Если он проснется, просто пройду направо. Там вроде ничего страшного направо нету. Можно еще раз проатаковать вроде бы. По-моему, да. Можно. Окей, да, вот теперь надо уходить. Перед этим заморозить эту штуку, чтобы она предмет не украла. Теперь он прыгает обратно. Что там взорвалось только что? И мы не хотим выносить противников, которые нам не опасны. Чуваков, которые ничего не делают, мы хотим оставлять. Хилки у меня слева, а туда мы и отправимся. Здесь у меня подрывник идет. Так. Проход направо не может здесь взорвать. С ХП проблема? Ну, проблема с ХП была бы, если бы Сыч не ваншотал. Сыч ваншотает. А эти ребята нас никто не пробивает. Ну, окей, вот этих есть шанс пробить. Ну. Сундук надо взять. А вдруг что-то интересное? При атаке замороженным существам всегда наносится критический удар. У нас есть заморозка. Это лучше, чем маска жажды, которая просто бесполезна. Взрыв, конечно, потрачен впустую. Сыча не взорвали, но... Камыш легко, да? Я пошел за хилками. Потом мы с ним разберемся. Так, так. Окей. Подрывник вон там есть впереди. Статы... Ну, ХП можно взять. Я могу его еще раз сейчас взорвать. Нанести ему дамаг. Здесь и сейчас. Давайте. Как мы считали? Раз. Два. Три. Четыре раза можно его ударить, да? По-моему, четыре. Или взять хилку альтернативно. Четыре раза мы атакуем. Теперь хилку уже не взять. Но хилку можно здесь взять. Боньк. Окей, ты... С тебя проходить, ты урон наносишь, значит тебя лучше убить. О, он наспавнил плохих штук. И он стену заспавнил. Вон там стена. А, Сыч умеет проходить сквозь стены. Он Гудини. Могу я его здесь подрывником взорвать? Хотелось бы. Этого парня надо сразу в заморозку.
Походу ход направо. Теперь ход налево. Вот, теперь ход налево. И yes. Изи. Изи станция. Отпрыгнул. Наверное, на половину хп прыгает, да? О, свеча рядом. У нас автокрит по... Убийство свечи здесь, кстати, не уберет атаку. Надо быть осторожнее. А он сам убил свою свечу. Я забыл, что она бьет еще по свечу тоже. Но мы успеем один раз ударить, да? А, больше? Два? Два. 70. Надо аккуратнее быть. Не будешь бить? Будет. И теперь он отпрыгивает обратно. Звуковая атака. Так. Он подрывник. Надо попробовать, пока он свои звуковые атаки делает. Бежим. Птицу заморозить надо было. Три хода. Один ход. Так, сейчас вроде меня ничего не бьет. Если я атакую этого чувака, я не получаю звуковую атаку в лицо. Две свечки нет смысла бить. И вот две свечки не стакаются. Оглушение от свечек. Он улетел куда-то не туда, окей. Мне нужно, чтобы он вышел из стана, вернулся. Потом мы ломаем свечку, когда он будет прямо здесь. Пока что охотников пинаем. Окей, ждем, пока он придет близко. Не подошел. Трус. Кстати, вот так я всю карту взрываю. Опять. По-моему, он не так много клеток раньше атаковал. Раз. Остается два хода. Два. Остается три хода. Остается один ход. Капец. Убей, оно исчезает. Раньше не исчезало. Раньше световая атака не исчезала, когда этот... Ты... Раз. Исчезала всегда? Так, я уже запутался. Исчезает, не исчезает. Окей, по-моему, мне здесь свиток дэша надо использовать. Свиток Дэш меня перемещает на 4 карты слева. Это куда? Сюда, да? Раз, два, три, четыре. Фу. Если я ударю слизня, мне вообще некуда будет идти. Бей левый направо. Это так работает? А, ну да, вы правы. Я дурак. Это работает. Come on. Сейдж. Йоу. Пожалуйста. Но он сам убьет свою свечу. Я предупреждал, Сейдж. Стреляешь, порубишь сук, на котором сидишь. Что тебе сказать по этому поводу? Наконец-то мы два раза можем его ударить.
Сейчас будет опять атака на 5. Так, говорите, что свеча сбивает эту атаку, да? Надо выпить зельку. Потом пойти налево. Вон свеча с той стороны. Я не хочу, чтобы у меня украли. А, я задоджу. Ура. Чувак, не трогай меня. О, ну почему на ту сторону? Очень долгий бой со свечом. Ну, с другой стороны, я так-то все правильно делаю. Это же не то, что я чуть-чуть тут мисплею. Это эффективный бой с ним. То, что он рандомно приземляется фиг знает куда, это уже другой вопрос. Взрывать я тут не могу. Я взорву эти штуки, если он подойдет ближе. Просто для ускорения чертового процесса. Раз, два, три, четыре, пять. Yes. Okay, иди за мной, Сыч. Давай, на тебе яд. Хоп. Ой, кто-то под ядом. И вот так мало. Он когда отпрыгивает, яд с себя снимает. То есть мы его не добьем ядом. Так просто. О, нет. Да нет, все правильно. Так, теперь сюда. О, свечка! А я все-таки смисплеил, а? Конец. Ну? Оно того стоило. Если бы был свиток на додж, было бы намного лучше. Да, жаль, что не было свитка, который тебя на 4 клетки перемещает влево или вправо. Эх. Но если бы был, изи задоджили бы, вообще без проблем. Ну, может быть, в каком-нибудь из апдейтов они такой введут свиток, я не знаю. Пока что, да, такого действительно нету. Но когда-нибудь сделают, обязательно. Короче, очень хороший апдейт. Апдейт мне очень нравится. А в этом апдейте дофига шмота. Я думаю, мы не все еще видели. Мы можем посмотреть коллекцию, да? Тут еще есть много заблокированных предметов. Есть ачивки. Вообще есть все, что нужно для хорошей жизни. Есть еще даже предметы, которые у нас даже не открыты. Есть, которые открыты, но мы не видели. Вон фиолы еще остались. Короче, есть еще к чему стремиться. А где тут общее количество, я не знаю, написано где-то или нет. Ладно.
Ой.